многолетний друг и сотрудник нашей Дерпетской семинарии, большой друг в прошлом Алексея Гавриловича Брынзы, нашего ректора. И он всегда с радостью и открыт для того, чтобы как-то участвовать, обогащать русскоязычное братство новыми темами, темами неисследованными, и он всегда открыт. Поэтому, когда в прошлый раз он был у нас, он сказал: «Братья, что вы хотите?» И мы сказали: «Роман Борисович, мы очень хотим, чтобы вы разработали этот курс библейской этики, потому что мало материала на русском языке, материала хорошего, библейский, консервативного». Он сказал: «Хорошо, мы сделаем это с Божьей помощью». Поэтому я представляю вам Романа Борисовича. Он немножко больше, может быть, расскажет о себе, потому что, Роман Борисович, здесь две группы. Это первый курс, братья здесь, ПФ-19, и выпускники ПФБ-9, выпускники бакалавра уже в нашей семинарии, третий курс. Поэтому здесь и молодые солдаты, и уже опытные воины. Поэтому такая вот у нас публика. Ну, вы увидите, что Роман Борисович очень простой в обращении. Единственное, что я хотел бы вас очень попросить, братья, отключать мобильные телефоны, чтобы это не отвлекало вас от занятий. Очень хотел бы попросить вас, чтобы вы приготовили бумагу, ручку, Библии ваши. Он обычно просит читать тексты из Библии, если нужно это будет. Поэтому есть для старост группы и для людей, которые будут помогать. И еще один очень важный вопрос. Не перебивайте преподавателя вопросами. Дайте ему изложить до конца эту тему. И потом, я думаю, если даст Бог, останется время, уже после того, как бывает человек, студент, особенно это касается первого курса, он бежит впереди преподавателя и хочет задать вопрос, на который чуть позже, через 5 минут, будет дан ответ. И тем самым уводит преподавателя от его конспекта. Поэтому просто будьте терпеливы. Если у вас какой-то вопрос есть, вы его запишите. Наступит время вопросов и ответов, и даст Бог, вы получите ответ. В общем-то, конечно же, сама область этой библейской этики, она неоднозначная. Неоднозначная. Есть диалог, есть какой-то даже в какой-то степени спор по вопросам некоторым. Поэтому просто быть терпеливым, быть внимательным, все это дело конспектировать, и наступит время, когда вы получите ответы на ваши вопросы. Возможно, не на земле, а уже в вечности, как Роман Борисович любит подмечать. Поэтому я больше не забираю время преподавания. Последующие дни мы будем начинать в 9 утра, и вместо библейского часа Роман Борисович будет делать повторение предыдущего материала, и потом с 10 вы будете идти дальше, до обеда, по расписанию. Поэтому пускай Господь благословит, и хотелось бы помолиться, вот Андрей Петрович, наверное, может несколько слов помолиться и действительно очень рады, что Роман Борисович с нами. Слава Богу. И мы рады, не знаю, это как на этой сессии для многих из вас, это как благодать на благодать и еще на благодать. Вот. Так что одна благодать, а за благодать надо благодарить. Поэтому давайте помолимся. Благодарим Тебя, наш Господь, за то, что здесь... Аминь. Аминь. Так, вот, пожалуйста. Я скажу, где я не еду, то мне все время назначают предмет, я не выбираю. Когда не выбираешь сам, тогда ты иногда попадешь так, что начинаешь топиться. И я как начал этот предмет исследовать, благовременно мне предупредили, то не могу сказать, что не было времени. Обычно по славянскому они тебе скажут: сегодня, а завтра уже должен делать. То благовременно я мог готовиться. Но это как эскатология, знаете, любую книгу, толкование возьмешь, каждый имеет свой взгляд. А потом старайся это все сложить. Столько разные теории. И мы живем в такое сложное время, что, чтобы сложить, сделать обзор так, чтобы покрывать все нужды, очень-очень трудно. Все время стараемся на основании Библии. Все время на основании, что Слово Божие говорит. Это все время возвращаемся к этому. Но сегодня, когда встречаешь эти все различные литературы, они не идут на Слово Божие, а на философии.
И поэтому теории, теории, теории. А через эти теории все время ищешь, да, но где Слово Божие, где Слово Божие. И оно очень сложно. Поэтому, когда я это все сложил, старался сделать в такой форме, чтобы сделать хороший обзор. И как мы студенты, я студент, как и вы, это приготовление, чтобы еще больше учиться. Это значит, это тема, этика, можно сказать, это начало. И эту неделю вы много вопросов не получите ответ, потому что это процесс. И проблема это вот в чем. Мы живем сегодня в, что называется, постмодернизм. И оно так повлияло на все, что очень трудно находить ответы на основании Библии. Поэтому мы с Божьей помощью эту неделю пройдем с вами, будем покрывать некоторые темы. И эти темы связаны, но все время заключение – это как подходить к ответу этими темами, а все под заголовки «Этика», чтобы дать принципы. Значит, эти принципы тогда нам помогают. Я когда первый раз в Советский Союз приехал и был с братьями, один вопрос все время поднимался. Теперь он больше не поднимается. Значит, уже решили. Но как они решили, никто не говорит. Но уже все решили. Значит, сколько детей можно иметь? Один, два. Значит, какой метод будешь иметь? То первый раз, когда приезжал в Советский Союз, куда не пойдешь, этот вопрос поднимается. И это был скользкий вопрос, чтобы тебе в угол уже в коробку вложить, и теперь будут бить тебя. Как ты мне ответишь? Потому что каждый уже имел свое мнение и понимал. Этот вопрос больше не поднимается. Какой принцип для этого? Никто не говорит, нигде не написано, но все практикуют. То поняли меня? Этика так само. Теперь вопросы поднимаются, что раньше не существовали аж. А теперь они поднимаются, но снова где эти принципы найти? Другое, что опасно, это что все думают, Дегтяренко все ответы даст. Я не имею их всех. В течение недели вы заметите это тоже. Но будем строить и все время возвращаться, и будем стараться и стремиться к этому, чтобы Слово Божие нам давало это основание. Это процесс. Другое, в течение недели будет так, что каждое утро, первый час, нужно как-то соединить этих, кто не присутствует, на все, чтобы им еще что-то дать. Это уже другие условия тоже. То с Божьей помощью тогда мы будем вместе учиться. Видите эту папку? Я имею одну, еще одну такую, дополнительную, что в классе, может, и не буду потреблять, а может, да. Так сложно, потому что есть много новых терминов, что я на английский язык их не знал. Нужно было их в словаре искать, в энциклопедии, а там эти термины нет, это новые слова. И особенно, когда мы говорим про медицинскому, то мы будем одну тему, это будет уже, кажется, седьмой или восьмой там пункт в теме, это будет насчет клетки, по медицинскому, все, что там сходится. Так сложно, что сами правительство сегодня старается найти ответ, как поставить границы, что уже не можно перейти, или где нужно сказать «стоп». То значит, мы в такое сложное время живем. То есть, если сказать, знаете, клонировать, это мелочь, связано все, что сегодня делается по-медицинскому. То самый легкий вопрос, что можно спросить, это «что можно?». Ответ есть, все можно, но не все нужно. То значит, это этика. То значит, а теперь медицина, и по медицинскому, по ученому много можно и уже делают, но это не значит, что мы должны участвовать, и мы не должны делать. Но когда оно касается жизни, что я умру, или я смогу какой-то метод использовать, чтобы жить, большинство из нас хочет идти к эту сторону, что я хочу еще жить. А чтобы жить, теперь уже есть вопрос, чтобы Библия позволяет это или нет. Но глава и стих нету. Сколько детей можно иметь? Где глава и стих? Но мы все практикуем, то значит, мы уже пришли к заключению для наших супружеских семейных условий, что будем делать, что не будем делать.
Но на членское собрание это не поднимается как вопрос теперь. Тебе не отлучат, да или нет. То значит, уже решено. То в этике так само. Там еще будут много такие пункты. То вступление я хотел бы хоть немножечко сказать, что вы уже знаете, но хочу это подчеркивать, что мы сегодня должны понимать постмодернизм, и вы уже, я уверен, по богословскому теологии уже некоторые пункты и предметы уже прошли об этом. Но это очень важно знать вступление, потому что человечество сегодня возьмет что-нибудь, что им даст помощь и повод, чтобы теперь принимать принципы и решения, чтобы никто их не тревожил. Сегодня, как никогда, не только мусульманство возрастает, но тоже буддизм. Вы слышали про одного, это Стив Джобс? Да. Он буддист. То значит, это была его позиция религиозная. То образованный человек много сделал и много пользы для нас. И я рад, что имею Macintosh компьютер тоже. Но насчет этика, насчет условий жизни, он это взял для себя, потому что он чувствовал, что это даст ему посвящение, это даст ему мир, это ему даст условия, что тогда не нужно храм, не нужно священники, не нужна структура, и это можно практиковать ежедневно. Но это для него было, что считается как религия. То значит, эта религия говорит, нужно быть пустым. Это радость быть пустым, и тогда наполняешь, чем ты хочешь. А буддизм тогда говорит, не нужно логику и не нужен разум. Только иметь желание, чтобы освободиться от всех условий, что окружает тебя. Теперь, буддизм сегодня, много звезды в Америке, в Холливуд имеют это. А, не знаю, что вы слышали, Фил Джексон, он менеджер был тогда Чикаго, баскетбол, а теперь в Лос-Анджелес, тоже очень известный человек. То много такие люди, они принадлежат буддизм. Мусульманство – это другое движение. Но буддизм, я вам напоминаю, потому что это теперь считается как новое постмодернизм, постхристианство, что существует. Тогда другие основания для твоих решений. То постмодернизм тогда говорит, что невозможно знать истину. То я даю пример по буддизм, потому что это уже вошло в философию человечества, и теперь оно вошло под постхристианство. То значит, это постмодернизм. Теперь не можно знать абсолют, не можно знать окончательную истину. То когда ты приходишь к этике и хочешь иметь принципы, что можно делать, что не можно делать, это является проблемой для человека. Но когда он говорит, нету абсолют, тогда он находит другие выходы, как сказать, что есть истина, какие принципы можно тогда применить, чтобы принимать решения. Но самое легкое это сказать, нету истины, нету абсолют. И это философия в настоящее время. Когда начинаешь исследовать этику, нужно исследовать философию. То когда в университете учился, да, философию всю прошел. Потом, когда был в семинаре, пошел философию через взгляд христианства, как можно это рассматривать и подходить к заключению. И что каждая философия хочет прийти к заключению? Что можно делать, что не можно делать? Что хорошее, что плохое? Что доброе, что зло? То значит, каждая философия хочет прийти к заключению. То это я делал в начале, потом такую папку кончил, потом вижу, что... Но это вступление для лекции тоже недостаточно. Но я тогда смотрел тоже, что Маркс говорил, что Ленин говорил, и вы, некоторые из вас уже это тоже учили. Потом я смотрел, что там в Америке, какие философии. То значит, они все приходят к заключению, что тоже не знают. То значит, они не имеют принципы. Верующие только одни, кто может иметь принцип, и на эти принципы потом принимать решения. Но Бог не дал нам главу и стих для всех вопросов, что поднимаются сегодня, в настоящее время. Тогда нужно знать свою Библию, нужно знать своего Бога, нужно знать доктрину,
чтобы тогда в любые условия жизни знать, как принять решение. Это что Бог сделал для нас через Библию. То значит, я должен знать своего Бога, должен знать доктрину, я должен знать Слово Божие, потому что Бог обещает, что в любое условие жизни, если нужно принять решение, Он будет нам помощь. Теперь не все будут соглашаться. То я смотрю, как Норман Гайслер, он в его книге как описывает насчет этика, он свою философию по-христианскому, и он это ведет, и там очень много хорошего и положительного есть, и он там имеет как 6 главных пунктов, а потом приходит заключение через 3 главных пунктов, как можно принять решение. То значит, я должен принять решение, это хорошее и это хорошее, но как я буду поступать? То значит, я только одно могу сделать, то одно я должен оставить, а другое делать, а если я это сделаю, тогда это отложу. Ну кто прав тогда? Ты должен теперь принять решение. Теперь другой философ, Росс, он скажет, что нужно по-другому. Как называется эта книга Нормана Гайслера? Я где-то записал его. Завтра спроси мне. Это хорошая книга или нет? Хорошая книга, да. Но знаете, когда мы говорим про Гайслер, он хороший апологетик. Ну, тоже Франц Шейфер, другой, тоже хороший. А потом, забыл другое имя там. Где-то я там вспомню еще. То есть некоторые из них хорошие, но они не соглашаются с один с другим. Это где сложность является тогда. Тогда ты строишь свою доктрину и свою этику на эти условия, что Бог тебе открывает. И поэтому каждый, кто находится в семье как глава, как отец, он много решений должен принимать, потому что это роль его как отец, как муж. То он должен теперь принять решение для семьи много раз. То значит, он тогда должен иметь подход, как он будет принимать эти решения, как он будет эта этика принимать для себя. Теперь я продолжаю. Когда мы говорим про постмодернизм, одна заголовка, и тут я только это вступление немножечко возьму время, это насчет интерпретации. Постмодернизм, она имеет свой взгляд. Эта позиция говорит так, что в письменной форме нету истины, нет окончательная истина. То значит, кто читает это, что написано, этот, кто читает, он принимает решение, что есть истина и не истина, но не это, что он читает. Тогда он так и будет смотреть на Библию, так будет его интерпретация. Тогда Библия не имеет последнюю истину. Верующие не имеют проблемы, Слово Божие имеет последний авторитет. То значит, это основание наше. Но постмодернизм в ее интерпретации не позволяет это. То значит, Писание не имеет последний авторитет. И поэтому они будут только исследовать текст библейский, но никто не имеет права сказать, что это последний авторитет в его толковании или его это интерпретация. То значит, под христианство это условие в настоящее время. То читатель не Писание последний авторитет. То значит, если один в Америке находится, а другой находится в Африке, тут оба будут читать одно и то же место, но будут другие интерпретации иметь, но никто не имеет последний авторитет, чтобы сказать, это есть истина. Теперь любой случай случается, что теперь нужно принимать решение, это этика. А оба теперь прав, потому что это интерпретация постмодернизма. Это что делает еще больше сложность в настоящее время. Когда мы говорим про моральность, постмодернизм имеет свой взгляд тоже. То значит, мы еще немножко коснемся к этому, но культура теперь говорит нам, что есть правильное, неправильное, что есть моральное, неморальное. Это постмодернизм. То значит, они тогда будут говорить, что общество, культура, народ, страна развивает мораль. Если мог бы так сказать. Я когда начинал школу,
Ну, это уже много лет тому назад. Слово «гомосексуальность» это аж не говорилось. Это слово аж не хочет сказать его. А если кто-то скажет, уже кто-то смеется. Потому что, а если говорить про мужчину или одну женщину, другой смех уже является тоже. Но что сделалось в настоящее время? В настоящее время теперь через развитие культуры, народ, потом есть разные программы, теперь это уже делается как приличное. И я это вижу в Канаде, в Америке, как там живу, там вырос, то я вижу, как это слово теперь сделалось как альтернативный стиль жизни. То значит, оно началось через телевизор, через законы, через науку, и постепенно оно приходило, что теперь это уже не можно судить, уже не можно сказать, что такое отрицательное, потому что ты теперь будешь получить штраф, можешь сидеть в тюрьме, и нету права. Есть места теперь, где не можно считать эти места из Писания, потому что теперь тебе могут в тюрьму посадить или штраф заплатить, потому что теперь через развитие культуры теперь это принято. Альтернативный стиль жизни. Это постмодернизм. Я когда учился в одной баптистской семинарии, был один предмет, мы исследовали общество, социальные аспекты, мораль и так дальше. Но я помню, раз в класс привели одну женщину и одного мужчину. Они обе гомосексуальные. Они дали свое свидетельство. Через это свидетельство, и как они все это объяснили, это чтобы эмоционально играть на этих, кто присутствовали. А кто присутствовал? Большинство пастыря или кто готовились быть пастыря. Чтобы уже иметь влияние над ними, чтобы не просто взять слово «гомосексуально» и сразу отрицательно думать, но чтобы теперь принять их как личность, что теперь не можно идти против их. Я не думал, что это будет такое влияние иметь. А сегодня что делается? Решают все деноминации, что можно рукополагать таких людей, да или нет. Я никогда не думал, что консерватизм евангельский аж будут иметь свои деноминации для таких людей. То значит, они теперь не только развивают, чтобы оно было принято, это их этика, развивается, культура принимает, то теперь это принято. Не говорим 100%, но оно уже идет в эту сторону. То значит, так опасно это делать. Это постмодернизм. То значит, она имеет программу, чтобы теперь сказать, что множество имеет право сказать, что это правильно. Слово Божие говорит нам, что это узкая дорога идти к небесам. Но сегодня хочет многие войти в узкую ворот, но чтобы потом дорога была очень обширная. То теперь делается дорога очень обширная в религиозном смысле. Это тоже постмодернизм и так само насчет моральную. Чтобы поняли меня, я хотел бы еще два примера использовать, и потом я еще немножко скажу об этом. Там есть один реферат, что был написан в Америке, в Нью-Йорке, и оно говорило так, что человеческие жертвы насчет расы, что, знаете, можно уничтожить какой-то рас, или рабство, как существует еще, к сожалению, в некоторых местах, что никто не имеет права критиковать морально, что это можно или не можно. То значит, это было написано, а потом спрашивали студентов в этот университет, чтобы они дали оценку. Но уже постмодернизм так влияло на них, что они сказали, мы не имеем права сказать, кто прав, кто не прав. То значит, уже так научены через постмодернизм, через философию университеты, и это существует в настоящее время. Теперь, 20-30 лет тому назад сказал, это фантазия, но сегодня это реальность. Это как оно существует. То культура теперь развивает
условие и понятие, что есть морально и что не морально. Теперь, это один пример, и не кажется такой строгий, но если я взял другой, это из Калифорнии, другой университет, и там реферат написали, и там одна учительница описывает и говорит так, что она объясняла про Холокост. То правильно это по-русски? Холокост. Хорошо. То спрашивали студентов тогда, после лекции, чи это можно или не можно, потому что больше, ой, я не помню, сколько миллионов там умерло, говорят, 10 миллионов, может, еще и больше, может, немножко меньше, были убиты евреи. Теперь, это моральный вопрос, можно это или не можно. Ответ студентов – это все зависит от твоего вкуса, как ты понимаешь. Но не можно судить. То значит, не люблю эти нации, но тоже я не имею права осуждать их. Теперь, когда слышу, президент из Ирана так говорит, это одно. Это сумасшедший человек, и, скажем, да, он неразумный, и фанатик мусульман и так дальше. Но тут мы говорим в университете в Калифорнии, а вот эти, кто учатся, так смотрят. То значит, снова подчеркиваю, что теперь это личный вкус, личное понятие, личное развитие, как ты смотришь. Но они скажут так, и это, как студенты сказали, мы не имеем права судить, и мы не имеем права морально рассуждать, че прав или не прав. Теперь, они будут воевать, чтобы не убивать кит, будут завоевать, чтобы собаки не умирали на улице, но что там несколько миллионов умерли, мы не имеем права судить. Это к чему моральные аспекты в настоящее время дошли. То значит, если таких студентов спросить, и было у них спросили это, что это справедливо, чтобы люди жертвовали в имя религии личность. Ответ был такой. Ответ был, что мы не имеем права судить этих, кто уже долгое время практикует это как своя религия. То значит, мы смотрим в Ветхом Завете, когда изучаем религии, что существовали во время Израиля и так дальше, мы знаем, что люди тогда жертвовали их детей. То значит, это было часть их религии. Их условия, мы не имеем права их судить. Если они долгое время так практиковали, так понимают, это моральный аспект их религиозных условий, мы не можем осуждать их. Теперь возьми любой вопрос, что нужно отвечать, че это морально или неморально, хорошее или нехорошее, доброе или зло. Это постмодернизм дает такие трудности. Поэтому, братья, мы будем все время возвращаться, что Слово Божие говорит. То значит, не культура развивает для нас условия, че можно, не можно, че это морально или неморальное. Че мы имеем право убивать или не имеем права убивать, мы смотрим, что Слово Божие говорит, и от этого теперь приобретать эти принципы. То значит, я должен через свои приготовления, возрастение духовной жизни, приобретать эти принципы, эти абсолют, эту истину, чтобы теперь, когда я встречаюсь, любое, что будет в моей жизни, чтобы знать, как правильно рассуждать. Теперь, будут разные теории, то значит, все равно оно сложно. То значит, есть вещи, что теперь медицина позволяет, и есть кто согласен с этим, только вот где другая проблема. Если есть успех, то значит, это доброе. Если нет успеха, тогда оно нехорошее. Но есть много такое, что мы не будем знать, пока 10-20 лет не пройдет, че оно хорошее или нехорошее. То вначале кажется успех, но потом только будут следы, че оно действительно хорошее на долгое время, да или нет. Это по-медицинскому теперь. То значит, это не только лекарство, но мы теперь говорим насчет род и так дальше. Мы потом больше будем говорить об этом тоже. Потом постмодернизм говорит про плюрализм. Это понятно, да? То значит, теперь это радикальное плюрализм существует в настоящее время,
И теперь с этим связано, что нужно терпеливость. Это значит, ты не согласен с чем-нибудь в культуре или в человечестве, но ты должен терпеть это. Толерантность. Но это радикальное теперь в настоящее время. То значит, что не вера тогда, может, ты не согласен, но ты должен быть толерантным к этому. Когда мы смотрим на Судья, 17 главу, 6 стих и так дальше, оно говорит, каждый делал то, что кажется ему справедливо. То значит, это постмодернизм в настоящее время насчет толеризма и так само толеранция. То значит, человек тогда имеет полное право избирать условия для своей жизни, чем он хочет быть гомосексуальным, да или нет, че он хочет жениться, да или нет, че он хочет иметь детей, он сам мужчина, а его жена другой мужчина, а хочет ребенок иметь, ты не имеешь права судить, и он хочет семью иметь, и хочет усыновить, ты не имеешь права, теперь ты должен иметь толеранцию к нему. И это в радикальном смысле в настоящее время существует. Теперь человек хочет умирать, то теперь поможешь ему умирать или нет? Доктор есть расположен, чтобы ему помощь указывать, чтобы он мог умирать. Теперь, ты не имеешь права судить, что да или нет, ты должен иметь радикальную толеранцию к этому и позволить. Тоже, я никогда не думал, что мы доживем к этому времени, где и позволят такое. А в Америке теперь штат за штат делает голосование, что дать разрешение да или нет. То в последнее время еще один штат согласился, что если человек хочет умирать, тогда нужно ему дать эту возможность. То там один был доктор Коворкин в Америке, потом наконец его присудили, он в тюрьме сидел, и теперь он умер. Но он в процессе помогал больше 100 человек, чтобы они умерли. То значит, он им давал видео, чтобы они могли исследовать это видео и знать, как можно заниматься самоубийством. Но есть человек, кто парализован, он сам не может это все сделать. Теперь, чтобы кто-то ему помощь указывал. Теперь есть законы, что позволяют. Я когда был молодым пастором, и только этот вопрос насчет аборта был, я помню, что уже были верующие врачи, говорили, если это позволится, и закон будет, следующее, что будет, это что теперь можно стариков убивать тоже. Ну где тут философия так может растянуться, что от аборт до стариков? Но теперь это практикуется. Значит, в Голландии теперь уже есть эти условия под законом, где оно разрешается. А теперь оно доходит до этот пункт. Мы тоже это будем немножко еще исследовать. Сегодня уже приходит к этот пункт, где, знаете, медицина и лекарство, и все эти расходы, страховки не позволяют, чтобы обслуживать всех. Теперь, кого будем давать возможность, чтобы лекарство получить, операцию получить и жить, и кому нет? Теперь это уже решается. То значит, я могу сказать, что в Канаде, в Англии, два развитые страны, где теперь оно приходит в пункт, где теперь нужно операцию сделать, и тут есть 10 человек, одну и ту же операцию, теперь выбирают, кто будет иметь эту операцию, кто нет. По-другому сказать, кто умрет, кто не умрет. То значит, кто будет польза для общества, кто не будет польза для общества. То значит, если человек уже 20 лет на пенсии, а тут еще один молодой, кто будет иметь первый шаг, чтобы эту операцию получить? Уже решают, уже решают. Теперь, по-христианскому, этика, как будешь поступать? Теперь ты будешь пастором, как ты будешь поступать? У меня есть соседы, они оба уже имели развод, теперь они живут вместе, но не женились. Теперь, если бы я был пастором Ехин, я бы имел бы проблемы теперь. Как они могут быть членами моей церкви? Живут вместе, но живут как муж и жена, но не женятся. Они не могут жениться, потому что тогда нет прихода финансовых, достаточно покрывать их ежедневные расходы.
Но если они не женаты, они обе получают пенсию и можно прожить. Но если будут как муж и жена, тогда только одна пенсия, не хватает средства. То живут в грехе. Но это общество заставляет. Этика говорит нет. Тогда им нет права быть членом церкви, потому что живут в грехе. А вы, пастор, теперь должны принять решение, да или нет. Этика. Скользкие условия в настоящее время. То значит, это будет легко говорить, что нужно делать, что не нужно делать. Но общество теперь, постмодернизм, нас в тупик поставил. Теперь как поступать? Как поступать? Мои соседи, они замечательные люди. И благовествую к ним. Первый раз они слышали благую весть, это когда папа умер, и они пришли на богослужение, когда мы готовили тело, чтобы похоронить. Первый раз в своей жизни они Евангелие услышали. То значит, теперь с уважением он со мной разговаривает, он теперь плохие слова больше не потребляет, он понял, что это проповедник теперь Дегтяренко, то теперь осторожно со мной. Но тоже он как живет своей женой, она его жена, но он не признает это как грех. Это уже так принято. То значит, я когда был молодым пастором, в семинарии нас уже учили про все эти условия в общество, чтобы помогать старшим. То значит, уже это был как предмет. Мы проходили это в пасторологию. Если бы я был бы еще в Филадельфии, тогда тут я бы встречался бы с такими проблемами. Но это 40 лет тому назад. А сегодня это окружает меня, где я живу. Потому что тут уже есть несколько таких условий. На самой улице, там, где я живу. То значит, люди живут в такой форме. Это условие. То это теперь плюрализм и толеранция, что существует в настоящее время. То значит, нужно иметь толеранцию к этими людьми, как они живут, как они практикуют. Хоть ты не согласен с этим. Но тогда нужно поддерживать закон Божий. А закон Божий тогда есть в принципе, есть мораль. Но это легко сказать, что Слово Божие говорит, ясно. Но теперь в практике уже другое делается. Я не знаю, как оно здесь, в Украине, и некоторые места в СНГ, я больше знаю по практике, как оно в Америке. То значит, нужно любить этих людей, но тоже им сказать, не люблю, как ты практикуешь ежедневно в своей жизни. И этот баланс не так легко. То я своим соседам могу сказать, я не люблю, что вы практикуете, но я вас люблю как личность и хочу, чтобы вы знали Иисуса Христа как личность Спасителя. Но как вы живете вместе, по Словам Божиим, это грех. Но Бог хочет, чтобы вы были спасены. Но если будут спасены, тогда они не могут жить в эти условия, тогда финансовый не сможет выдержать все и все, что нужно сделать. Теперь, мы должны верить, что Слово Божие говорит, есть истина, абсолют, и это практиковать, и сказать, но в практике тогда оно не практичное. Это этика. Нужно принимать решение. А как экзамен сделать тогда, чтобы отвечать верно-неверно тогда насчет этика? Потому что если сказать вопрос какой-то, сказать да или нет, или верно-неверно, теперь кто имеет истину? Если хотите пятерку иметь, я шучу немножко. Но вы поняли, это условия жизни сегодня, оно так трудно. А теперь постмодернизм и религия. Религия сегодня говорит, что все дороги, чтобы достигнуть Бога, значит, это религия в настоящее время. То значит, это еще, можно сказать, тоже плюрализм, но теперь оно касается универсализм и религию. То значит, что все религии равны, все религии имеют доступ к Богу, и каждый через его опыт теперь достигает к Богу. Слово Божие, мы знаем, говорит, я есть истина и путь и жизнь.
Ну, это я есть путь и истинная жизнь. Это значит, Иоанна 14, глава 6 стих. Нету другое. Брат Бринзи одно нажимал. Она говорила, брат Дегтяренко, расскажи про Григория. Скажи, почему это лжеучение? Но когда мы говорили об этом, в это время только имели один перевод на русском языке, и на русском языке, что было написано, ничего там плохого не было, а другое только в синодальной Библии потреблялось, туда ничего не можно видеть, все кажется хорошо. А братство в много местах в Сенге все равно говорили, да, но есть помощь материальная, а через наш фильтр пройдет, нет опасности. Можно было предупреждать и сказать, да, но в будущем нас, а вот что еще ожидает, не хотели слушать. Это факт. То значит, нужно толеранцию иметь, как мы будем поступать. Че это здравое или нездравое, через нас фильтр, мы уладим это. Ну, каждый месяц мы получим финансовый, чтобы можно покрывать наши расходы, эту программу иметь и церковь и так дальше. Этот человек сегодня, кроме всего, что он уже сделал, это самое новое, теперь он работает с мусульманами как равный. Что значит, это уже принято. Теперь есть многие из этих, кто участвовали с Регорином, теперь сказали, нет, это не для нас. Да, но сколько лет уже прошло? Толеранция, толеранция. И знаете, через СНГ я еще вижу программы, что существует, и можно сказать, там есть же учение, там что-то нехорошее. Практика, опыт больше влияет, чем истина, но этика. Поэтому это такой опасный предмет, потому что этот предмет заставляет тебя думать и размышлять, что можно, что не можно, что хорошее, что нехорошее. А в ежедневной жизни это не так легко. Значит, нужно теперь принимать меры. Слово Божие говорит, что нет другого имени под небом. Деяния 4 главе. Только Иисус Христос. Но толеранция говорит, что теперь есть другие имена. И через эти другие имена можно достигнуть Бога. И это Рик Уоррен так само. Он говорил, что и можно через буддизм, можно через мусульманство и так дальше. И поэтому он лекции читал и для мормонов, и для католиков, и так дальше. Но это легко, чтобы взять рекорды и говорить об этом. Но ежедневно оно существует. Продолжаем. Еще одно, и потом будем уже начинать. Постмодернизм тоже есть прагматизм. То значит, этот постмодернизм, теперь это в практической форме. Теперь, если нету абсолют, тогда ты ищешь эту истину, что теперь в практике можно иметь положительные результаты. И знаете, можно иметь положительные результаты, но время покажет, что это есть истина или нет. То значит, человек сегодня тогда принимает решение через прагматизм. Если оно действует, кажется хорошо, тогда я и буду его использовать. То значит, тут он теперь уже не размышляет, что это есть истина или нет, морально или нет. И знаете, как сделать хороший тест, чтобы сказать, да, может оно прагматически, в смысле хорошо, но Божье откровение показывает, что это нехорошее, это не есть истина. Но прагматизм, оно дает повод, чтобы кормить такие условия, моральные и этические. То значит, что понять этика сегодня, знаете, это опасное дело. То кто хочет уйти от этого класса после перерыва, пожалуйста, но я шучу. Я с вами, братья, я с вами. Я как этот предмет исследую и читаю. Я немножко плаваю тоже. Есть моменты, где я читаю и себе думаю, что я читаю здесь. И это я читаю здравые книги. Этика на условии Библии, она не так легко в настоящее время. Значит, мало семинарии
преподают этот предмет, но в практике это так трудно. Если молодой брат у вас покаяться, и теперь он хочет теперь пойти, чтобы правила свои получить, чтобы управлять машину, а он пошел сдавать экзамен и не сдал, а кто-то ему скажет, ну если немножечко пенензи там дашь, пройдешь экзамен, все будет. Это прагматизм, это постмодернизм, оно существует. То я знаю через СНГ, сколько раз этот совет данный. И еще Слово Божие говорит, нужно или молчать. Вы понимаете, я понимаю вас, вы меня понимаете. Я жил в Аргентине, слушай, такие условия там тоже. То значит, если милиция останавливает, уже ты понимаешь, им достаточно зарплату не дают, то им нужно найти другой подход, как немножко карман наполнить, особенно когда приближается время праздники, то как-то он должен себе дополнительные пенёнзи получить. Это значит, он знал, как это делать. В Америке они хотели избегать этого, они дают хорошую зарплату им, что если ты хочешь что такое дать, чтобы ему помогать, он тебе в тюрьму посадит, потому что его обеспечивают хорошо. Но коррупции есть в другие формы. То значит, все равно оно существует. То значит, я встречаю верующих, кто бизнесмен в Америке, скажем, человек имеет магазин. Он знает, что раз в месяц кто-то придет, он должен в угле там кулек оставить для него. Почему? Потому что если нет, он найдет какую-то причину, чтобы закрыть его магазин. Коррупция. Это значит, всех стран имеет это. Теперь, что есть абсолют, что есть истина, что есть мораль, как принимать решения. Видишь, чтобы жить как христианин в настоящее время, но в слове Библии оно делается сложнее, труднее. Но мир хочет видеть, что есть люди, кто будут жить, что бы оно ни стоило по Писанию. Тогда они видят, что тут есть жизнь другая, есть другие условия, есть другая помощь. И слава Богу, что я встречаю такие примеры личности, кто не войдут в эти компромисс, но будут жить для Господа как нужно, по Словам Божьим, и Бог их благословляет. Оно нелегко, нелегко, оно сложнее и сложнее делается. Если вы сколько раз размышляем, мы такие довольны, что уже не имеем детей воспитывать. Так трудно, так трудно. То смотрим на своих детей, видим наших внуков и видим, как трудно это есть в настоящее время. То хочем иметь влияние на наших внуков теперь тоже, но оно сложнее делается. Хорошо, теперь заголовку мы говорим «Этика ведения». И очень скромно, потом можно копию сделать, хорошо это. Я старался делать так, для каждой темы в этике хоть один листочек иметь. А кто хочет в электронной форме, тогда возьмите в электронной форме, для себя сделайте. А потом, когда... О, может, уже скоро будет. Я имею три папки, это стихи, чтобы потом читать в эти конспекты. И это мне поможет. Не сразу, но это потом будет. Хорошо? То, кто понимает, как я преподаю, то вы сможете это сделать для меня. То заголовка теперь «Введение насчет этики». И тут я хочу сказать, что в настоящее время в нашей культуре, где бы мы ни находились бы, эти слова «этика» и «мораль» или «нравственно» поступки, большинство книг будут говорить, они синоним. Хорошо? Я хочу немножко отличать эти обе термины, то значит, вы будете встречать книги, где они будут говорить прямо вступление, что они синоним. Но я думаю, оно нам больше поможет, если будем смотреть, что есть немножко разница между ними. Когда мы смотрим на слово «этика», это от греческое слово «ethos». И когда исследуешь по энтомологии это слово, оно интересное, но оно хочет сказать, что это есть стойло для лошадей. Правильно это слово? Стойло?
стойло, как стойло, это мне новое. Но для лошадей, и это все это слово назначает. Но когда исследуешь это до конца, это хочет сказать место, где есть стабильность, место, где есть постоянство, не изменяется, то значит, оно стабильное. Тут есть тишина. То лошади тогда, когда их ставишь в это место, они знают, тут теперь есть спокой, тут есть мир, они приготовлены к этому. Это будет этика, то значит место стабильность, место, можно сказать, постоянство. Тут есть место стабильное. Это этика. Когда мы говорим про мораль или аспекты моральные, тогда мы говорим нравы или обычаи, то значит оно может меняться. То значит это, что делается в обществе. И поэтому я различаю. Этика, это хочется сказать стабильная, она не меняется. Тогда по-библейскому, библейская этика, это и стабильная, не меняется, это абсолют, это истина. Мораль, как потребляется в культуре в настоящее время, она скользкая, она меняется. То значит, эти обычаи меняются, поведение меняется. Но мораль в одной стране не так само, как мораль в другой стране. То значит, это слово теперь делается скользкое. И поэтому я их не принимаю как синоним. То есть, на экзамен будет вопрос, че этика и мораль синоним, вы скажете нет. Хорошо. А в книгах вы будете встречать, что есть многие, что хочет сказать, они одинаковые, равные. И тогда они объясняют, почему они эту позицию берут. Но оно помогает, если мы начинаем их различать. То этика... Это есть норма, абсолют, нормальная. Это хочет сказать, что есть стандарт. Этот стандарт тогда дает тебе помощь, чтобы организовать свою жизнь, чтобы быть помощью для твоего поведения. Оно тогда дает определение для твоей ответственности, обязанности. И тогда ты будешь знать, что я могу делать, что я не могу делать. Это этика библейская. Значит, оно будет стабильное тогда, и оно дает порядок для твоей жизни. Тогда ты знаешь, как эти истины применять, чтобы правильно поступать. То значит, это стандарт. Слово Божие тогда дает приказы. Эти приказы тогда будут твои условия для этика. То значит, это теперь есть условия для твоего поведения. Это, что ты должен делать, потому что есть приказ от Слова Божия. Это твоя этика. А мораль, она может меняться. Все зависит, где ты живешь. Видишь, я в скольких стран находился и нахожусь. И в каждой стране оно по-другому. То значит, на следующей неделе буду в Англии. И я знаю, что там в некоторых я буду находиться... И когда я зайду, они меня, как зайду в их квартиру, они мне дадут рюмочку угощения. Если хочу. Но я не должен. Но у них это принято. Если вошел бы по баптистской в Америке, они бы мне не предлагали, а там предлагают. Это все зависит, в какой дом попадет. Евангельский, да. Любит Господа, да. Но мораль уже другая. Там позволяется. Если вы были бы со мной в Аргентине, то там вино пьют без проблем. И их страны позволяются. Значит, ты будешь пастором, ты будешь находиться, как тебя приглашают, и на стол будет там бутылки. Ты не должен пить. Пожалуйста. В Англии как вы поступите? Я скажу спасибо, я хотел бы что-то другое, без проблем. Никто не заставляет. Никто не заставляет. Хотел бы попробовать, но... Значит, это слово мораль тогда по-другому, в разных странах. Ну, слушай, в Аргентине, я не знаю, честно, делился сам или нет, когда первый раз сюда поехал, и тут меня пригласили украинцы, я у них был там, это Кассерос, это место называлось, и после собрания я был у них, и там дяконы, и за столом, и вино меня тоже дают.
Я говорю, ну, то я, лучше Кока-Колу, пожалуйста. Они смеются, они говорят, мы все равно хотели увидеть, возьмешь или нет. Значит, пастера большинство нет. Испанцы, аргентинцы, да, но славяне нет. Но в доме славяне, да, то все зависит. То значит, морально там, да. Пьянство нет, не позволяется, и будут отлучены, если будут пьяны. Но они все время добавляют так. Газовую воду добавляют, то значит немножко вино, потом газовую воду, и только когда кушают, у них нету пьянства тогда. То значит тогда они по словам Божьим говорят, мы не пьяны, но это потребляем. То они пьют, и это принято. Мораль, видишь, она скользкая делается. Но это мелочь сравнить, что много другое делается в настоящее время, что позволяется, что не позволяется. Ты тогда должен иметь стандарт для себя. Я знаю, бывший президент Буш, он в свое время очень любил выпивать. А потом, как принял Господа, как своего личного спасителя, и это стоп. То где бы он ни был, знаете, он как президент, они рюмку поднимают, у него никогда не было. То значит, он все время имеет или сок, или воду, или что-нибудь, и он поздравляет их, ну, мы все знали, что он там пьет. То значит, его условия. Сколько раз я слышал неверующие, как хвалят, что он так крепко держится, этот стандарт в его жизни и так дальше. Но мораль, слушай, это все зависит, где ты находишься, что позволяется, что не позволяется. То значит, мораль – это что люди делают, что они позволяют делать. И тут оно не касает стандарт, тут не касает какие-то определенные пункты, что мы говорим не стандарт или абсолют. То значит, этика тогда дает тебе стандарт условий для твоего поведения, но мораль – это что люди делают. То значит, в одно место можно вино пить, а в другое место вино не можно пить. В Украине не можно пить, хорошо, что поняли это. И мораль тут не позволяет, это этика, хорошо. Но я знаю, есть несколько республик теперь, где этот вопрос поднимается, можно ли или не можно. Я слышал уже от некоторых старших братьев, мне говорят, этот вопрос уже поднимается, потому что уже есть, кто хочет на брачный пир, чтобы там было уже это угощение. Значит, уже есть места, где позволяют. Это в Сенге. Теперь это мораль. Отличается от морали в другое место. Но стандарт какой будет? Это этика. То мы видим, что сегодня состояние модерное у человечества меняется. Поэтому я хочу различать немножко этика и моральную, потому что результаты различаются от культуры до культуры. То значит, можно сказать, относительные стандарты существуют, как касается слова «мораль», что можно, не можно. Я помню, когда еще молодой был, что мужчина, женщина жили вместе или где-то ехали на отпуск вместе, уже все смотрят грех. Это не веришь. А сегодня? У меня есть один сосед, напротив живет, молодой человек, и каждый раз машина подъедет к нему там, к пятницу, субботу, воскресенье, смотрим, кто у него будет эти дни. И каждый раз другая девочка. Холостяк. Но никто ничего не говорит против. Это принято. Это принято. Если ты находишься где-то в другой стране, и представляет тебе это мой сын, это моя дочь, а это его подружка, и принято, то значит, так оно есть. Знаете, сколько домов теперь дети приносят прямо домой с собой, чтобы переночевать. Не так, что в каждой отдельной комнате одна и та же кровать. То значит, уже это принято, принято. Это мораль, как оно меняется в настоящее время. То значит, это принято, и это делается как норма. Но это по библейскому и по Слову Божьему неправильно. Это грех, это не этика. То абсолют стандарт теперь, трудно их иметь.
Теперь мы не будем делать список, чтобы сказать, а вот какие стандарты у нас есть. Это, где нужно теперь находиться под руководством Словом Божьим и Святого Духа. И это, где оно трудно. И можно вам сказать, если другой предмет прицепить этика, это было бы развитие и рост духовный, чтобы была зрелость. И если будет зрелость в духовной жизни, тогда меньше проблем, что можно делать, что не можно делать. Этика. Тогда она на свое место. Но мы хотим много раз этика учить, но не воспитывать их, чтобы были зрелы в их духовной жизни. А законы сделать – это не ответ. Потому что законы – это все в внешней форме. Но по библейскому – это от внутреннего человека. То значит, этика – это есть на абсолют, это на истины, этот стандарт, но это от внутреннего человека с помощью Святого Духа. То есть я пастором, я хочу воспитывать, чтобы они научились, как жить по благодати, как жить по Словам Божьим. А теперь можно примеры давать и показывать стандарты в внешней форме, но где оно начинается, это от внутреннего человека. То значит, это трудная работа пастора. И поэтому это самая трудная работа, что существует. Теперь, если я был военный, я был начальник, я могу заставлять. И заставлять в внешней форме, чтобы был порядок и так дальше. Но это будет по закону. Непослушный, тогда есть порядок, как можно это все уладить. Пастор не может это делать. Хотел бы много раз, но пастор не может. Было бы гораздо легче, если можно было бы. Знаете, непослушный член, хорошо, 5 дней в тюрьме будет сидеть. Только хлеб и вода, не уладишь, еще добавим 5 дней. Ну, по благодати так оно не действует. Мораль. Мораль – это больше в внешней форме тоже. То значит, тут есть стандарт поведения, но это больше в внешней форме, но культура больше влияет, человечество больше влияет и множество больше влияет. А этика – это не будет множество. Этика – это будет эта узкая дорога по-библейскому. То эта узкая дорога – тогда на основании Библии. Но на основании Библии не все будут согласны. Знаете, самый большой вопрос бывает, что я могу делать, пока это считается грех? Сколько я могу растянуть, еще меня не будут легче читать? Какая свобода? Есть, но я еще не перешел эту границу. Значит, что это музыка или любые условия жизни. Уже хочется, до какой пункт я могу, пока меня будут. А пастор теперь должен учить. А музыка – это одна проблема. Я не буду к этому касаться, но есть много вещей сегодня, в настоящее время, что можно, что не можно. Так само в церкви, что можно, что не можно. А этика, это касается, что есть хорошее, что есть плохое. Что есть хорошее, что есть зло и так дальше. То абсолют, она имеет победу тогда. Потому что это тогда на основании библейское. Но сегодня культура, она хочет иметь статистики и анализы, и тогда это влияет на моральное. Я дам один пример. Это взял от одной книги, это Спрул, это другая книга на этика, очень здравая, она называется «Этика и христианство». То Спрул написал эту книгу, это в 86-м году еще, это тоже очень положительные, здравые, хорошие. Но он там в одной книге дает пример, и это было в 48-м году, они исследовали сексуальность в Америке. То значит, что люди делали, что позволяли, что практиковали. И они делали анализы, они избирали через много вопросов, тогда статистики, анализы, и пришли к заключению, что большинство практикует прелюбодеяние, очень много просто сексуальность находится, и они целый список, все, что существует. От этого они начали строить тогда сексуальность, человечество, что позволяется. То значит, мораль изменилась на основании статистики. Это назывался Kinsley Report. То значит,
Это был отчет. После этого, вы слышали такой журнал, кажется, еще его в Америке есть, этот Playboy Magazine. Но это было на философии, что вот эта статистика анализа, что люди все равно так практикуют, то теперь нужно открыто быть. А теперь оно и так развелось, что уже нет границы. Это значит, что раньше не позволяли в журнале, теперь позволяют на интернет и на телевизор и так дальше. Библия против такого поведения, она осуждает, судит, но статистика говорит, что так практикуют. То это есть мораль, и это позволяет у человечества, только скрывали, а теперь не скрывают. То значит, это очень открыто сделано. То эта практика теперь делается норма у человечества. Я в свое время уже вижу много такого, что раньше не можно говорить об этом, а сегодня это открыто практикуется. То значит, по телевизору я мало это смотрю, но я помню, когда только первый раз они делали сериал, где там в семействе находился один гомосексуальный. И это уже большой шаг был, чтобы позволить, чтобы гомосексуальный существовал в этот сериал, и он не член этой семьи, и все эти подходы. Сегодня я же не знаю, что делается по телевизору, что уже позволяется, какие разговоры, какой язык и так дальше. По-другому сказать, стандарт этический уже не существует, что касается фильмов, телевизора и так дальше. Можно такой пример вам дать? Мой этот внук Степанчик хоккей играет, канадец, то научился ходить, тогда нужно уже на коньках. Это условие Канады, знаете, и хоккей. Но как он уже немножко подрос, тогда команда ехала в других городах играть против других команды. Но там условие такое, когда на автобус едешь, если оно несколько часов, то сразу нужно видео, потому что уже скучно просто сидеть и смотреть из окна. Должны на видео смотреть. А в автобусе приготовлено, чтобы каждый теперь мог видео это смотреть. То дочь, когда знала, что теперь они будут на автобусе ехать в другой команде, она сразу сказала, я согласна, я буду выбирать эти видео. И все согласны тогда, что выбирала. И она тогда искала все видео, что семейные. Чтобы когда на автобусе, тогда ничего не будет такое, что не нужно смотреть. И все родители были такие довольны, потому что они не имели этот контроль в своем доме. Ну, хоть в этом автобусе теперь был контроль. То очень любили Сандру за это и эти условия. Но этот год он уже прекратил играть в хоккей. Но я хочу сказать, что родители уже не знают, как контролировать. То когда зять и дочь уже знают, что дети нуждаются в компьютер для занятий в школе, то они компьютер, знаете, куда поставили? У кухни. То значит, когда нужно занятия делать на компьютере, в кухне работаешь. Тогда нету никаких искушений, контроль и так дальше. И знаете, дети так вырастают и не знают, что тут родители ограничили их, они аж и это не понимают. Потому что это семейное, у кухни, как все в кухне делается, и так они с компьютером работают и так дальше. Но, чтобы ограничить сегодня, так трудно. Стандарт, этика. То значит, этика тогда помощь, чтобы решать и принимать решение, что можно, что не можно, что есть твоя обязанность и что позволяется через Слово Божие. Культура нашего времени ничего не находится под абсолют. И для них тогда очень гибкие все условия, очень скользкие. То значит, культура сегодня, как она существует, очень трудно прибить и сказать, а вот это стандарт теперь. Она как движение река. Все меняется, все время двигается, нету стандарта. Не можно ее остановить и сказать, а вот это стандарт, а вот абсолют. Библия это не признает. Библия имеет свои абсолют, она имеет свои принципы. И это как Бог дал нам свое слово. То значит, Он дает нам эти предложения. И первое это, что Бог существует, это есть абсолют. Что Он дал откровение себе.
Это есть абсолют. Что он дал это устно и в письменной форме для нас. Это абсолют. Значит, через это Слово Божие теперь мы имеем, можно сказать, предложение необходимое о Боге. Он знает, что есть самое лучшее для нас. И можно вам тут уже намек дать, чтобы иметь стандарт абсолют, нужно изучать Бога. Я вам скажу, лично для себя, и особенно, как этот год я исследовал этика, я еще больше вижу, что это необходимо изучать доктрину о Боге, как никогда. И здесь я подчеркиваю, это характеристики Бога, атрибуты Бога, чтобы знать Бога. Потому что тогда будешь знать Его волю. Знаешь Бога, тогда знаешь, что Бог хочет. Если знаешь Его атрибуты, Его характеристики, тогда ты знаешь, что от Него требуется. И чтобы находиться в Его воле. Тогда ты будешь этические решения принимать с условием, кто Бог есть. Чтобы Он допустил бы и не допустил бы. То корни наши тогда будут в Боге через это откровение, что Он нам дает. И тогда будем знать Его волю. Теперь, если Он сотворил нас, и мы верим в это, тогда Он знает, что есть самое лучшее для нас. И я должен знать Его, чтобы знать, что Он хочет, чтобы было самое лучшее для меня. Если Он меня искупил, тогда Он уже мне показал, что нужно иметь, чтобы видеть эти условия, что находятся в культуре и в этом мире, в плоти и под руководством сатаны. Теперь Он мне дал это откровение, чтобы это была база для моей жизни. Знаете, один описывал этика, один реформатор, его имя забыл. Но он, знаете, почти три главы вступления берет только, чтобы объяснить откровение. И я замечаю, что хороший богослов имеет больше стремления к этому тоже, чтобы понять откровение Божие. И если понимаешь откровение Божие, оно дает тебе дорожку, чтобы следовать за Ним. Потому что когда знаешь Бога, знаешь Его атрибуты, тогда можешь себе строить стандарт, чтобы тебе поможет твоя обязанность, что Бог требует от тебя для твоей семьи, для церкви, для общества. Но нужно знать, кто твой Бог есть. Мир имеет свой Бог, но он гибкий, он меняется, он с маленькой буквы. Это сатана. И он знает, как теперь руководить моральные аспекты мира. Но Божий этика не меняется, как Бог не меняется. То значит, его стандарт абсолют. И тогда можно приобрести для себя определение, как нужно себя вести. Теперь, когда смотрим на закон Божий, Ветхий Завет, это уже дает нам намек, как Бог хочет, чтобы мы поступали, все наши решения и наши обязанности. Первое, как нужно Его любить, а потом, как любить своего ближнего. Тогда мы имеем 613 законов Ветхого Завета, а потом он их сократил, чтобы было 10, а эти 10, чтобы было 2. Но тогда мы знаем, как нужно любить Бога, но это на основании Нового Завета через Иисуса Христа, как нужно поступать. То значит, я тогда буду иметь это, что будет отражать от его характер. Тогда это мне дает по-человеческому понятие, как я должен себя вести, как должен его любить и как я должен других. И знаете, этот принцип уже будет фундамент для меня во все условия моей жизни. То значит, я должен любить Бога в первую очередь, но тогда как я буду любить других? То значит, это на основании Писания. Так Бог поступал с нами, это Его приказ для нас, как поступаем в среди человечества, в любой культуре, где мы живем. То значит, теперь я имею сверхъестественный взгляд через Бога, через Его откровение, как нужно поступать, чтобы выбирать, что есть самое лучшее, что есть справедливое, что есть право, что есть совершенство. То значит, это, что мне поможет. Еще одного я напоминаю, он уже был в Украине, надеюсь, будет еще. Это доктор Луцер. Он написал одну книгу, он ее так назвал,
обязанности или необходимость этический абсолют. Это было в 81 году он это написал. Но она еще очень-очень важная, эта книга. Небольшая, но очень важная. И я вам скажу, доктор Луцер, так само как МакАртур, высокое образование, высокий опыт, но знает, как по-простому сказать. Это значит, так скажут, что человек и не поймет, что это от глубины он это сказал. Это дар от Бога. То, знаете, он рассказывал в одно время, как ему пришлось один предмет проходить. Этих, кто на магистр учится, вам это не нужно делать. Но нужно было 200 книг прочитать, чтобы одну тему, чтобы один реферат писать. И помню, как он говорил, что он пришел к профессору и говорил, ну слушай, много из этих книг, мне не нужно их. Там много такое, что и мне никакой пользы не будет. Да, но ты должен знакомиться. От этого потом, когда было возможно, он тогда эту книгу написал. Это этика, и это необходимый абсолют, что есть от Бога. Но он так сказал, мы не должны знать, или мы должны знать, как временно отклонить или отложить вопрос, что есть правильно или неправильно, чтобы спросить что-то другое. Он говорит, что делает действие правильно-неправильно. И он играет немножко словами, но что он хочет сказать? Что делает право действие или неправильно? То значит, в книге он это объясняет. И он стремится к этому. То я его в некоторых местах это цитирую. Но когда он это говорит, в этот контекст, это было 14 страницы, когда это он сказал, он сразу говорит так, будьте святы, потому что я свят. То значит, это стандарт Божий. Это откровение Его. Это как смотрим на Его атрибут. То Бог говорит, чтобы я тогда правильно поступал, имел этические условия для своих решений, тогда я должен быть святым. Буду святым, тогда нет проблем, че это доброе или недоброе, хорошее или нехорошее, че это правильно или неправильно. Потому что от святости, да, только будешь делать это, что правильно. Будьте святы, потому что я свят. Если хочешь одно место, это 1 Петра 1,16. Знакомый стих, вы знаете его. Но это в Левит тоже. Левит 11 глава, 44-45. Левит 11, 44-45. То Он, кто сотворил, тоже дает нам стандарт. И я теперь должен сравнить мое поведение с Его абсолют. Его абсолют, если знает, хоть минимально эта характеристика, быть свят. То значит, тогда я так и начинаю поступать. Теперь дадим другую заголовку. Почему учиться этике? Потому что заставили. Если нет, оценку не получите. Я никогда не стремился такой предмет готовить. Если бы не заставили, наверное, бы не занимался бы. Но когда я проходил материал, я снова понял, почему этот предмет такой важный и в настоящее время. И особенно эти, кто находится на служении, как пастыря и так дальше. Есть несколько причин. И знаете, каждый путь, что дам, это не последний ответ. Потом я еще немножко дополнительный дам тоже. Но я замечаю, что трудно просто ставить 1, 2, 3, 4, потому что оно переходит один на другой. Но хоть нужно где-то начинать. Другое, дадим это в простой форме, не так, что это конец. Там в одной книге читал, то, я думаю, почти 100 страниц, и только отложить, почему нужно изучать этику. Я дам вам в несколько пунктов это все. Это для нас сигнал, да? Этика говорит, ну хорошо, перерыв тогда. Если помните, 5-6 лет тому назад Люба перенесла очень трудную операцию. Да? Не помню, уже 12-15 часов для операции. Это панкреас, как это по-русски сказать? Так оно есть, да? То там они вставили трубочки, три, чтобы
проходил, и все нормально было. Только что они были должны сами выходить, но они, чем выходить, они подвинулись так, что блокировали и не проходило. Тогда нужно было эту операцию делать, и реакции были очень сложные. И теперь, чтобы делать операцию, сложно, но она снова поднимается, эта проблема. Это значит, тогда как acid, как это будет? Кислота? Да, то в желудок ей теперь, и то она под лекарство сейчас. То я в четверг ее взял, я не под наркоз, один процесс, знаете, трубочку просматривали, потом рентген делали, потом они отрезали там немножко, чтобы проверить, что рак есть или нет. А потом я, когда уезжал, я на аэропорт, она ехала тогда, другой рентген делали. А сегодня она должна с хирургом встречу иметь, и еще будут решать, что делать. Но вот как интересно, Люба уже с врачами и хирург, она уже нервничает как-никак, потому что так сложно и опасно для нее. А когда она пошла к врачу, то тут дверь открывается, и доктор входит, он говорит: «О, дорогая сестра, как ты поживаешь? Ты меня не знаешь?» Я говорю: «Ну, не знаю. Но я был в этот коллектив, я был один из этих хирургов, у Мэя Плинок, когда оперировали тебя в прошлый раз». То он говорит: «Я в курсе дела, и все, мы будем лечить, ты должна разъезжаться, чтобы благовествовать. Мы уладим все». То Люба успокоилась, знаете. Но все равно этот процесс проходит. Я с ней в субботу разговаривал, то лекарство действует сейчас, ей уже нету боли, хорошо чувствуется. А вчера с ней не разговаривал, потому что она ехала одну командировку с сестрами там проводить. То она не сдается. Но молитесь за нее, потому что не знаем, как эти дни будут. А она готовится, чтобы в Англию со мной ехать. То она этот страх не имеет. Я больше беспокоюсь, чем она. Но это одна молитва серьезная, потому что если операция будет, тогда будут большие проблемы. Как-никак, это ее система такая сложная. А вторая проблема для нас – это сын. Первая дочь, когда родилась, то значит, процесс кишки – это последний час, не вырос. Это cross-finger, какое-то название, это болезнь. То оно не дорастает, а ребенок рождается, но туда не может идти в туалет. То после 3-4 дней операцию делали, тогда мешочек был. А когда ей было уже 3-4 месяца, тогда они смогли операцию сделать и продвинуть, а этот мешок снять. То ей уже 5 лет, все нормально. Но это все время будет сложности и трудности. Второй ребенок, сын родился, то он уже 3 годика без проблем. А теперь завтра будет родиться девочка. А девочка, когда рождается, тогда есть 50% возможность, что будет иметь одинаковую проблему. То это завтра будет. То ее мама, медсестра, она прилетит и будет с сыном и ее дочь. Но это будет завтра. То разница времени и все. Ну чтоб эти два момента, пожалуйста, вспоминайте со мной в молитве. Хорошо, за Любу и за сына его, семейные эти условия. Надеемся, все будет хорошо. Но это все в руках Бога. То это не первый раз, что я Любу оставляю там с хирургом или в больнице и лечу. А если бы она сказала: «Я нуждаюсь», я бы не прилетел. То значит, она знает себя лучше, чем я. Но есть возможность еще, что через день-два, если там будет операция, что, может, еще придется, то мы в руках Господа, и как это все будет хорошо. Ну, продолжаем теперь. Почему учиться этике? Почему изучать этот предмет? Верующие должны знать, как размышлять в этой культуре, где они находятся. И поэтому, еще не даю как главный пункт, это как вступление, но нужно знать, как отвечать людям в настоящее время. То верующие должны знать, как думать, как размышлять, как готовиться, потому что общество, наша культура не знает, как отвечать на эти пункты.
Пример. Когда мы говорим про аборт, когда мы говорим про человеческую сексуальность, когда мы говорим про правительство и государство, когда мы говорим про войну, когда мы говорим про природу, есть много таких вопросов, нуждаются в ответы. Верующий должен иметь ответ по-библейскому. То значит, когда он свидетельствует с неверующим, он должен уже иметь базу библейские, убеждения библейские, и его свидетельство будет иметь еще больше силы. Но тогда он должен знать, как потребить стандарт Божий, и чтобы он мог защищать эти абсолюты. Потому что мир их не понимает, к сожалению, много верующих не понимает. Но нужно тогда изучать этика. И это все на аспект и действие откровения нашего Бога. Это значит, это одна такая важная тема. Верующий тогда должен получить эту истину через откровение Писания. Это должно быть его убеждение, а в его свидетельстве тогда он имеет пункты, чтобы это объяснять. Пример, когда меня спрашивают, знаете, насчет природы, мы должны смотреть за него, да или нет, или чтоб мусор просто выбрасывать, или чтоб речки там портились, химически просто бросать. Мы должны иметь позицию библейскую. Мы потом немножко коснемся к этому в одной главе. Но я должен иметь библейский ответ, почему я хочу быть осторожным. Но один ответ, что можно сказать верующему, черное сердце, природа черная тоже. Природа не будет зеленой, не будет зеленый пис и так дальше. Потому что сердце не в правильном отношении с Богом, тогда и природа не будет в правильном положении. То можно законы делать, но это от внутреннего человека, почему ты смотришь за это, что Бог сотворил. Но это маленький пункт, потом будем еще исследовать. Но первый пункт, а вот в чем. Изучаем этика, потому что мир, культура, где бы мы ни находились бы, отказываются от стандарт, от абсолют. То значит, они не знают, как себе представить стандарты для поведения, правильные решения принимать. И сразу даю один пример. Мы потом коснемся к этому больше детально. Это биоэтика. То значит, это существует сегодня по-медицинскому. Технология медицинская так быстро двигается, что мы не успеваем все это понять. А другое в практическом форме, чтобы сложить это все. Я первый раз начал думать об этом. Ох, это может 8-10 лет тому назад, тогда уже немножко понимал. То время на время эти медицинские книги, когда мог приобретать, их приобретал. И поэтому, когда попросили этика на этой теме, уже имел книги, потому что уже читал. Но медицина не самая крепкая моя дисциплина, но я читал это, чтобы знать, что делается и как это рассуждать. Другое, начал уже исследовать, как раввины смотрят на это, потому что раввины тоже должны давать ответ к евреям, и особенно религиозные. А если смотреть, как в Нью-Йорке или в Израиле известный хирург и ученые медицинские, большинство они евреи, специалисты, имеют золотые руки, и ум, и много такое чудное совершают. Но они раввинам спрашивают вопрос, можно это или нет. Можно перейти эту границу, да или нет. То мне было интересно, как из разных семинарий еврейские, как раввины дают ответ на основании Ветхого Завета. Некоторые пункты такие лучше не читать, но есть другие, очень разумно они рассуждают. То значит, они сразу скажут, пример, женщина не может быть беременна, но она может пойти в банк, сперма достать, врач вложит в ее чрев, и процесс начинается. Можно это делать, да или нет? Но это практикуется ежедневно. Раввины, как я их читал от разных семинарий в Израиле, не это прелюбодеяние. Не можно. Но мы можем такой подход иметь. Но теперь я как верующий могу, да или нет. Я должен теперь иметь ответ на основании Библии, потому что я должен принять решение, можно или нет. То значит, женщина
Она хочет быть беременна, хочет детей иметь. Тут врач говорит, есть возможность, тут одна методика, практикуется. Мораль, нету проблемы, все делают. Да, но верующий, может, да или нет. Теперь, мы будем заголовку смотреть немножечко, это насчет сексуальности человечества, можно да или нет. Туда хочем приобрести себе принципы, да или нет. Но оно практикуется, морально позволяется. Не нужно никому не говорить, если будешь делать да или нет. Кто будет знать? Ну, совесть будет чистой или нет перед Богом. Значит, откровение нужно иметь от Бога, а другое с чистым совестью сделать перед Богом. Решение какое-то принять, да или нет. То я не даю ответ здесь, только хочу сказать. Поэтому я должен изучать этика, чтобы знать только через предмет биоэтика, как она объясняет, что можно как верующий, что не можно. Есть вещи, что мы можем сказать «можно», а есть вещи, что скажем «нет», это не для верующего, это не по-библейскому, это не позволяется, это не морально. Этика библейская не позволяет. Но есть моменты, мы дадим пару примеров потом, что возможно, да, но мы еще не знаем, что это через 10 лет можно сказать да или нет. Это значит, медицина говорит можно, но еще не знаем все результаты. То есть, тут есть два подхода насчет этика. Одно, что продолжается, а это, что не продолжается. То тут есть две взгляды, это христианины, как они смотрят на этику, как принимать решения. Пример. Это все под этот первый пункт. Мы можем или должны ли мы использовать органы животных, чтобы спасти человека? Я не даю ответы, я даю вопросы. Это значит, да или нет. Должны ли мы взять сердце обезьяны и вложить в личность, чтобы спасти жизнь? Да или нет? Должны ли мы взять ткань, правильно это слово, от животных, чтобы вложить и использовать в человека? Должны ли мы взять клетки от ребенка, чтобы родился мертвым? Да или нет? Должны ли мы инвитро? Понятно это слово? Инкорпорально. Как по-русски лучше? Инкорпорально. Искусственно. Экстракорпорально. Я буду это слово инвитро потреблять, потому что это латинское, но все эти книги медицинские, это как они просто говорят. Но это искусственно сделать, чтобы тогда зачатие началось. Но тут теперь есть разные формы тоже. Есть что в блюде, потом есть что прямо в чреве матери, и так дальше. То есть разные методики. Теперь, должны ли мы это делать, да или нет, если тут есть молодая пара, хочет ребенка и не может. Должны ли мы клонировать человека, да или нет. Сразу скажу вам, сейчас почти весь мир говорит нет. Кто его знает, что делает или не делает. Но насчет природы, насчет питания, насчет животных это практикуется. Что значит? Можно ли иметь фермы, чтобы органы развивать, иметь жатву органы тогда? Что значит? Это вопрос тоже. Можно ли выбирать, чем будешь иметь сына или девочку? Чем можно выбирать, чтобы блондинка или черные волосы? Чем будут голубые глаза? Потому что это все возможно сегодня. Тогда нужно в принципе, что я могу или не могу. Помню, я сказал, можно, но и должен. Много можно, возможно, но я как верующий христианин, должен ли, да или нет. То это будем тоже исследовать с вами. Но медицинская практика сегодня позволяет это все, кроме клонировать человека. Но они уже занимаются с органами. Только что есть много таких условий, где они дошли до один пункт, где дальше не идут, потому что нет еще успеха. Но ДНК теперь человека помогает, чтобы теперь много это исследовать, и гены и так дальше. То что Библия говорит про это? Снова нету главы и стихи.
Но Бог через Слово Божие хочет дать нам ответ на эти вопросы, когда мы будем иметь убеждения библейские. Тогда Бог хочет обеспечивать нас стандартом, чтобы мы имели принципы, чтобы мы потом, когда будем шестую заголовку вместе исследовать, биоэтика, тогда мы немножко будем рассматривать, как можно сам для себя приобретать стандарт. И видите, тут, когда мы говорим об этом, каждый верующий должен приобретать зрелость в своей духовной жизни. Если он будет зрелый, тогда он уже имеет фундамент, на что строит, совесть его разбита, Святой Дух имеет с чем работать, Слово Божие тогда будет ему говорить, он будет иметь убеждение. Но это убеждение, что каждый лично себе приобретает через принципы библейские, не может другому передать. Потому что другой должен возрастать, и оно должно быть его убеждение. Не потому что сказал «да» или «нет». Потому что есть много таких вопросов, что человек с чистым совестью перед Богом принимает решение, чем можно или не можно. Пример, я говорил, что вино в Америке верующий не будет пить, а в Аргентине позволяет. То значит, в Аргентине ему совесть не мучает. Но он имеет право заставлять баптиста в Америке, чтобы он пил теперь. Потому что ему совесть будет мучить. То перед Богом он не может, а этот в Аргентине может. То тут есть рост другой. Один имеет одно убеждение, другой имеет другое убеждение. И я тут не рассуждаю, что этот прав, этот не прав. Потому что Библия не дает нам главу и стих, чтобы сказать, это да, это нет. Но эти, кто имеет зрелость в их духовной жизни, это их убеждение теперь на основании Писания. То значит, тут теперь они приняли это, что они уверены, что Бог позволяет. Они приняли решение из чистым совести. Видите, тут теперь законы делать для всех невозможно. Теперь, когда будем на небесах, тогда будем лучше понимать это все. Но здесь такие сложные времена находятся. Пример. Есть семья, что они уже имеют 12 детей, а 13 уже нету. Никто их не спросит, почему. Потому что он верит, что Бог дает детей, то будет сколько будет, будет. Но слушайте, по медицинскому, если 12, можно иметь и 20 и больше. Почему остановился на 12? Но никто не будет говорить, ну слушай, 12, почему 13 уже нету? Но если один, и теперь нету второго, ты уже рассуждает, почему второго нету. Поняли? То значит, пара, муж и жена принимают решение. С чистым совестью перед Богом должны принять решение. МакАртура спросили, почему тебе только четверо? Почему не имеешь пять? Почему только четыре? Он говорит, я страшно люблю свою жену, четыре хватит. Поняли? И кто понимает, согласен. Этот, кто не понимает, он будет его судить. Но мы не имеем права судить. Потому что что делается в спальной комнате между муж и жены перед Богом? Этот там остается, перед Богом. Это принцип. Это принцип. То значит, когда я смотрю «Песнь песней», когда тут супружеская ночь, первая ночь брак, я вижу, что тут присутствует сам Бог. Это святое время, святое место. Так должно быть. Бог там находится. Но никто другой не имеет права. Я же баптистский диакон, никакой не имеет права туда входить. То значит, это муж и жена перед Богом. То значит, это муж и жена с Богом. Это святое время, святое место. И Бог тогда дает хоть там 6 пунктов, почему это для мужа и жены Бог это устроил такие условия. Слава Богу, Бог знает, что самое лучшее для нас. Это значит, а муж и жена тогда выполняет это. Теперь, когда мы делаем стандарты эти, вот условия библейские, и это тогда делается как принципы для нас, оно нам помогает принимать трудные решения, потому что каждый из нас будет встречать эти моменты, когда нужно принять эти решения, и не будет очень трудно. А когда имеем эти убеждения, оно нам помогает как советовать других и не заставлять, чтобы так делать или так делать. Ну тогда есть разные варианты, подходы, и делимся. Но все равно есть много решений, что человек сам должен решить или
в супружеском слове должны решить. Но это первый пункт тогда. Нужно иметь стандарт для себя, эти принципы. Это этика библейская. И за одну неделю вы это не получите. То, значит, это будет процесс в вашей духовной жизни. То есть убеждение вы будете иметь доктринально, так само вы будете иметь убеждения принципиальные насчет этика. И Бог вам будет указывать эту помощь. Вы будете развивать свои жизни. Слушайте, доктринально мы развиваем. Я знаю, как я проповедовал мои первые проповеди, и что, и как я проповедую сегодня. Большая разница. Если был пастором, я должен перед членом сказать, слушай, первые 5 лет, я когда с вами был, это была моя позиция. Но я теперь вижу, что можно и это говорить тоже. Я теперь имею это откровение. Не так, что вошли в ересь или лжеучение, но развиваемся, развиваемся. Но это убеждение, что есть сегодня, оно отличается от этого убеждения, что когда я только уверовал, потому что рост есть, зрелость есть, то значит лучше и больше понимаю. Но еще не кончил расти. С Божьей помощью еще буду возрастать в своей духовной жизни. И я хочу еще лучше знать своего Бога, то это будет процесс. Второе. Много этические эти вопросы скользкие. То значит, трудно их прибить. Это как холодец. Берешь лось, и никак не можно прибить. Хочу прибить его, но он все двигается. И никак не можно с лосем прибить этот холодец. Так само насчет этика. Есть много таких вопросов, что трудно их прибить с лосем. Но можно прийти к заключению, где это мое убеждение. И с Божьей помощью оно помогает мне, что принимал правильные решения. Тут я намек даю насчет этого аборт. Я когда был пастором, мы это не проходили у класса. Никакой учитель в пасторологии нигде нам не говорил, что аборт – это грех, аборт – это убийство. И когда я вначале слышал об этом, я говорю, ну, если женщина хочет, пусть делает. Она имеет полное право. Я по-другому не думал. Имейте в виду, я вырос в семье неверующих, то я только знал немножко, что прошел в библейский колледж, уже начинал в семинарии, я еще возрастал. Но в это время там у церкви одной пресвитеранской был один хирург и врач, что потом президент Никсон его использовал как главный врач медицинский для Америки, для условий. А он тогда начал говорить, аборт – это грех. Я первый раз это слышал, аборт – грех. Только тогда начал размышлять, обожди, что аборт есть? Я еще не знал, что аборт есть. Методики использовали для аборта, то мне и не нужно принимать решение. Но в это самое время я уже уехал в Аргентину как миссионер. То есть еще не имел глубокие корни, да или нет. Но в 1973 году государство в Америке, самый высокий суд, решил и принял решение, что по закону теперь можно делать аборт. И они дали условия, они через Конституцию это не могли сделать, я все это не буду толковать, но только чтобы сказать, они подчеркивали один фраз, что еще имеет очень много влияния насчет моральных аспектов. Они сказали так, основные на подразумеваемое право конфиденциальности. Это по-английски скажет right of privacy. То мне перевели так, право конфиденциальности. Правильно ударение? То значит, женщина имеет полное право принять решение, что касается ее тела. И никто теперь не может ее судить. То значит, по закону она имеет право теперь делать аборт. Но никто не понял решение этого самого высокого суда в Америке, что это назначает. Потому что это право теперь влияет на много другие пункты теперь. Первый пункт, оно не касало права ребенка в чреве матери. То значит, ребенок, кто находится в чреве матери, тоже имеет право. Право жить.
Но закон не коснулся к этому. Теперь воюют. Можно еще вам сказать. Это все решили в 73-м году. Это одна женщина в Техас судила. И это вошло в суд. И в Америке это называется Road и Wade. Такое условие. Это женщина. Пару лет тому назад она покаялась. Она признала, что это была подделка. То другие женщины использовали ее для этот суд, чтобы теперь этот закон был... А теперь она покаялась и говорит, нет, нужно это уладить, но уже поздно. Теперь этот закон еще существует. То теперь каждый раз они голосуют для нового президента, хочет, чтобы новый президент дал в суд снова, чтобы они перевернули это. Вам скажу, я не думаю, оно перевернется никогда. Возможно, но я сомневаюсь. Уже это так принято в культуре и так дальше. Есть столько различных методики для аборта. Теперь, мы с Любой, когда начали это понимать, тогда исследовали Писание насчет этого, чтобы быть убежденным, что аборт, да, это убийство. Тогда нужно было исследовать много вещей по библейскому. А потом она и написала брошюрку. И с помощью пастора жены, кто корректуру делала, и почему Люба хотела это написать? Потому что когда мы приезжали в Советский Союз, и, знаете, через Интурис находились много этих аэропортов, где Интурис нас охраняло, то мы находились, Интурис, много там женщин молодые. И я помню, мы были в минеральное место, там один аэропорт, и там одна женщина с Любой беседовала, Люба ей благовествовала. И она Любе рассказывала, что она уже 10 абортов испытывала. И Люба начала плакать. И слезы текли. А эта девочка смотрит на Любу и говорит, в чем дело? Люба говорит, ты вообще не понимаешь, что ты убила 10 личностей, 10 ребенка. Но она не знала, она не понимала. Без чувств это был процесс, что она делала, и блудница и так дальше. Но она не знала. То Люба тогда эту брошюрку написала, чтобы на русском языке, хоть оно было, то я знаю, в некоторых местах СНГ еще эту брошюрку используют, чтобы женщины понимали. А потом, слушай, сколько женщин приходили к Любе, жены диаконы, жены пастыря, что говорили к Любе, что я аборт сделала, муж и не знает аж, а я еще переживаю и так дальше. То сколько беседы Любы лично с сестрами проводила, то тоже не понимали, что аборт – это убийство. Но жили с этой виной, то значит, Бог уже простил ей, но они еще несли это, потому что есть другие следы – физические, эмоциональные и так дальше, что еще делает зло для женщины, хоть не понимает. То значит, аборт – да, это один из скользких этих вопросов в настоящее время. Можно или не можно делать аборт? Это теперь немножко легче принять решение по-библейскому. Значит, когда жизнь начинается, она только начинается, когда есть зачатие. Зачатие есть, жизнь началась. До этого еще нет жизни. То значит, это дает один принцип. Но если будете это исследовать по-богословскому, вы увидите, что есть 50 книг, одну позицию берут и 50 берут другую. То значит, еще есть споры. То значит, оно еще скользкий вопрос. То значит, нужно быть убежденным сам в себе, своей женой перед Богом, что да или нет, до аборт. Но аборт – это убийство, это грех. Тут уже и нет решения. Но до этого еще есть решение. Но теперь можно добавить еще. Все условия биотехнические, что существуют, что касает род, это теперь тоже вкладывается эмбрион. Эмбрион – это дать возможность, чтобы ребенок родился, и особенно этих, кто не может рождать. Но знаете, что они делают с этими эмбрионами? Убивают. Это убийство. То значит, если женщина, доктор теперь предлагает ей, чтобы теперь быть беременной, и теперь предлагает одну из этих методики, она должна уже правильные вопросы спрашивать. Сколько эмбрионов будут, сколько вы выбросите, это уже убийство, потому что это уже жизнь, и убиваем. Тогда можно менять да или нет, это уже решение тогда.
Это где этика теперь играет роль. То значит, теперь, когда есть эти скользкие вопросы, ты учишься, как правильные вопросы спрашивать, но ты уже имеешь убеждение, что Бог сотворил человека. Бог дает жизнь, не имеем права убивать жизнь. То какой процесс не будет теперь, все условия медицинские, это один вопрос, я все время должен иметь перед собой. Да или нет? Ну, слушай, это легкий ответ. Оно еще сложнее делается. Когда дойдем до 6 главы, тогда мы еще коснемся другие там аспекты этого. Тогда вы поймете, на Ниве Божьей сегодня есть люди, кто должны принимать решения. Может, и будет члены вашей церкви, должны принимать решения, чтобы немножко понимать. Потому что это под медицинскому теперь, оно раскрывается. Но сами врачи не знают до конца еще все это. Оно очень сложное. И я вам скажу, по-медицинскому это все читать, чухался сколько раз. И сколько раз я думал, вот это Ирпен мне надала задачу, зачем мне нужно это все читать? Хотя бы по богословскому там, ну, но оно важное, знаете. И как много нету книги на русском языке, и эти медицинские не будут тоже. А мой зять, он хирург, то я его много вопросов спрашивал, и я его спрашивал вопросы, что он и не думал аж. Потому что по его специальности, как ноги, ему не нужно было думать про много. А я его спрашиваю, он говорит, да, там что-то было. Ну, я хочу знать, то он тоже немножко мне помогал насчет некоторых источников, насчет этого. Но оно очень сложно. Но он говорит, когда он еще был студентом, они уже и говорили про клонировать человека. Он говорит, я когда студент был, уже и говорили об этом. То значит, это куда медицина пошла. Но после этого мы еще будем про это немножко смотреть в 4 главе. Это будет насчет аборты. И только будем это делать, чтобы понять мелкие пункты, чтобы понимать тогда, как правильно решать. То правила женщины, я уже подчеркиваю, это один пункт, но тоже есть право зачата. Это значит жизнь, что существует. Это значит, женщина имеет право принять решение. Да, но она не имеет права принять решение, чтобы ребенок умер. Ну хорошо, здесь останавливаюсь насчет этого, потому что в 4 главе там много еще деталей будем исследовать. Но с этим связано еще другое обсуждение эвтаназии. Правильно это? Эвтаназия. Euthanasia, то видите, это все новые слова у меня по-русски. То если я скажу euthanasia, это понятно вам, хорошо? А по-русски это эвтаназии. То... Я написал здесь, но это не значит, что правильно читаю. Здесь много такие биологические слова тоже. Но теперь право, чем дать возможность старшему человеку, чтобы он умер и тоже с честью. То значит, чтобы тут теперь не просто его вложить там в сарай и пусть умирает, но теперь, чтобы его досматривать до конца. Дам пример. Любимые родители жили с нами до конца, кроме ее отец. Последний пару лет уже сестра ее смотрела за нее, за него. А мама, она уже имела Альцгеймер. То значит, последние 3 года мама была с нами только физически, но она не была с нами. Не можно было ни молиться с ней, ни общаться с ней, она была как младенец. Но до самого конца нужно было смотреть за нее, это мама. То Люба каждый день, она ее в душу, вымыть ее хорошо, волосы приготовить, одеть ее прилично и так дальше. Что это мама, и за нее до самого конца смотрела с уважением, с любовью, это мама, это личность. Это, может, недели 2-3 тому назад. Вы слышали про Пат Робертсон? Один из пятидесятников там в Америке. Он уже на пенсию пошел. Но он высказался по телевизору. Я сказал, если жена имеет Альцгеймер, можете ей развод сделать. И так, без чувств, без ничего. Знаете, какой тарарам поднялся? Неверующие тарарам подняли. Как это? Но видите, если аборт можно делать, тогда и это можно делать. Видите, все уже не нужно смотреть. То значит, есть разные подходы, мы будем тоже немножко говорить про это.
С этим связано еще под второго пункта, как эти скользкие вопросы. Что теперь врач имеет право помогать, чтобы заниматься самоубийством. Как я говорил, Штаты в Америке уже позволяют. Но это все под закону, где есть право, чтобы теперь как аборт, женщина имеет право, тогда человек должен иметь право, чем будет жить или не будет жить. То в пятой главе мы будем это немножечко исследовать тоже. То видите, почему нужно эти темы исследовать немножко, потому что они все связаны. То один кормит другого. И это все этические вопросы. Поэтому оно такое скользкое и делается. Верующие должны понимать этот процесс, чтобы понять, где оно началось и куда оно идет, и мы еще не знаем, где оно идет. Я вам скажу, я уверен, что это есть одно знамение, что мы уже приходим к концу. Господь должен уже скоро прийти. Потому что человек уже приходит к этот пункт, где он уже делается как Бог. И он думает, он Бог. Ну, с маленькой буквы. Но он думает, он Бог уже. Потому что он играется с жизнью. И он уже хочет сделать жизнь. Не может, но он хочет. То он уже много контролирует насчет жизни. И я уверен, придет пункт, где Бог скажет, уже стоп. Так само, как было в дни Ноя, так и сегодня. Но это только по медицинскому. Там много другое. А если мы говорим про медицинскому, мы еще и не понимаем все, что военные делают насчет биологии и так дальше. То значит, этот процесс верующий должен понимать, что касается жизни. Потому что это есть один фундамент для нас. И это мы согласны очень близко с раввинами, то тоже считается жизнь, что это самое драгоценное, что существует, и это от Бога, жизнь. И нужно все делать, что возможно, чтобы сохранить жизнь. Тогда это делается принцип. Ну слушайте, 40 лет тому назад были вопросы, что я думал, не нужно аж и думать про них. Никогда не будет. А сегодня они есть реальность. И это маленький срок времени только прошло. А что я вижу, что еще может быть, это страшно, по медицинскому, что еще может быть. Это есть теперь гуманизм и ее этика, гуманизм и ее культура, гуманизм и ее моральность. Сколько опасностей перед нами стоят. Но это второй пункт, что есть много скользких такие вопросы, что нужно решать. И они актуальны в настоящее время. Третье, и тут не знал, как это сложить, но нужно некоторые этические вопросы соединять в единство, чтобы принимать хорошие решения. То значит, это, что Слово Божие нам поможет. И оно поможет нам, чтобы тогда правильные решения принимать. Здесь я попрошу, чтобы прочитали мне теперь. Это будет второе послание Тимофея, 3 глава, 16-17 стих. Этих, кто имеет эти стихи, там уже я написал это, чтобы подчеркивать, что сейчас хочу подчеркивать с вами. Это знакомые стихи, пожалуйста. Все Писание было вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления к праведности. Да будет совершен Божий человек, как всякому доброму делу приготовлен. То 16 стих, начало 17-го месяца, по богословскому уже сколько раз я это напоминаю. Но насчет этика я теперь подчеркиваю, ко всякому доброму делу приготовлен. То значит, это этика теперь. Одну книгу читал, это богослов сказал, теология – это этика. То значит, иметь здравую доктрину – это этика. 16 стих – это доктрина. Говорит про Писание, это откровение, что Бог нам дает. То для учения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, то значит, это все необходимое. Для чего? Чтобы приготовить нас, чтобы мы были совершенным Божьим человеком. Для чего? Ко всякому доброму делу приготовлен. То значит, теперь какие вопросы не будут, этические, я буду решать, что и самое лучшее, я буду добро делать. То значит, тогда я подчеркиваю этот стих здесь. Контекст очень глубокий. Но здесь я подчеркиваю, это все подходит теперь к этике. То значит, я изучаю Слово Божие, и оно необходимое для
помощь, чтобы правильные этические решения принимать, то значит тогда добрые дела. То значит, когда я принимаю решение, и когда мы говорим про этика, это чтобы принять правильное решение. Правильное решение – доброе решение. Заниматься с добрыми делами. То значит, это будет теперь поведение мое под этические решения. Тогда я должен понимать, что растет в чреве матери, оно имеет ценность для Бога. То значит, тут доброе дело совершается. Он творец, и он говорит, что жизнь, она бесконечная ценность для Бога. То значит, тогда я тоже буду иметь этот принцип, не только добрые дела, но сохранять жизнь, потому что оно такое драгоценное для Бога. Но слушайте, будут случаи, где теперь есть или одна жизнь, или другая. Я в прошлой неделе от газеты одну статью взял. И эта статья говорит про одну женщину, я ее прочитаю, когда придет это место, как пример, актуальный. Она неверующая, но она беременна. Беременна, а теперь узнала, что имеет рак. Теперь врачи хотят химиотерапию делать. Но химиотерапия убьет ребенка. Она не хочет убить ребенка. Но если не возьмет химиотерапию, она умрет. То теперь есть жизнь и жизнь. Мы говорим, для Бога жизнь драгоценная. Теперь как принять решение? Это этические решения, что нужно принимать. Теперь, кто прочитаю, я вам расскажу, как результат был. Но я имею несколько таких случаев еще последние пару месяцев. То в течение этого года я и следил, знаете, где что такое подходит, да, этика, потому что где я не буду работать на Ниве Божией, я буду встречаться с людьми, где должны принимать это решение. Так само верующие. То есть верующие, что знают, что в чреве там есть 6 ребенки. Но не знают, что все сможет выжить. Врач говорит, сделаем аборт несколько из них, чтобы другие могли жить. Мать верующая говорит, никак. До конца буду. Все берут свои позиции. Тут результат хороший. Родило 6 живые. Все вышли, кажется, 2 или 3 месяца раньше, чем нужно. Малюсенькие такие, но живые. Церковь взяла за дело, чтобы помогать пеленки менять и так дальше. Живые. Но знаете, сколько ее советовали по медицинскому, чтобы аборт делать, чтобы сохранить хоть несколько. Она верила, что Бог дал, и она не делала ничего искусственного, Бог дал, Бог будет сохранять. Так с мужем молились, и никто не имел права им говорить, что нужно делать, что не нужно делать. Они перед Богом приняли решение. Слава Богу, живые, хорошее свидетельство. Слава Богу за это. Но она не все время так положительно. Бывают случаи, где, да, рождают, но не все выживут. Но тогда принимаешь это под контроль Бога. Но чтобы человек принимал решение, кто будет жить, кто не будет жить. Это другое условие. А что теперь, если врач теперь может сказать, а вот у тебя есть 2 там, но один он не развивает умственно, то лучше сделать аборт. Будешь, да или нет. Видите, такие вопросы. И это не, знаете, просто чтобы всю ночь, когда находишься в семинарии, какие-то темы беседовать, знаете, спорить, решать, потому что нет ответа, каждый свое хочет, все равно да. Вы уже это, наверное, не делаете, но я, когда был студент, били все время эти, чтобы всю ночь такие дебаты вели. Нет ответа, но все равно будут дебаты, каждый сам свое делает, знаете. То когда говоришь про этику, есть столько такие, что нету последний ответ. Поэтому Дегтяренко вам не может дать все ответы. Но могу намек дать здесь и там, потому что это Бог должен нам дать. Каждый лично, так само в семейные условия, потом в церкви. Но она нелегко, она нелегко. Жизнь такая сложная сделалась. Но в этот процесс, как будем проходить эту неделю, и будем вместе продолжать в нашей духовной жизни, процесс есть такой, чтобы я мог знать своего Бога, знать его ум. Как он думает, как он размышляет,
чтобы тогда смотреть на любое обстоятельство и думать, как Бог с Его помощью. И Он даст мне эти места из Писания, чтобы я мог, в принципе, использовать это на основании Библии. Значит, я тогда буду размышлять правильно. Тоже, чтобы Он мне помогал тогда развивать принципы, чтобы теперь подойдут к любому условию. А третье тогда, чтобы теперь быть зрелым в своей духовной жизни, что мне легче будет прийти к этот путь, где я смогу решение принять этически, потому что Бог мне помог в этот процесс, и это будет мое убеждение. И когда решение принимаю, Бог дает мир в внутреннем человеке, что я правильно решил. Другие, может, не поймут, как я и почему я решил так, но я перед Богом буду с чистым совестью и буду под контролем и руководством Бога. Поэтому Библия такая важная для нас насчет этики. Это есть фундамент для нас. То это все по третьего пункта, почему я должен изучать этику. Четвертое. Мы никогда не сможем все позиции этически защищать. Мы не сможем. То Библия нам поможет, чтобы хоть себе приготовить защиту библейскую для любой позиции, что представляется ко мне, чтобы правильно решать. Видите, если могу по-другому этот пример дать. Я могу вам сказать, гомосексуальность – грех. Неправильно. Это зло. Это уже этическое осуждение. Но вы можете меня спросить, почему это грех? Почему это неправильно? Вы уже по-богословскому уже знаете, как это делать. Но знаете, просто сказать, гомосексуальность, грех, это недостаточно, когда рассматриваешь все этические решения, что нужно принять. Сказать, Библия говорит, это неправильно, это недостаточно тоже, если будешь по-этическому приходить решение. Нужно иметь корни. И нужно иметь защиту, нужно иметь свою апологетику, чтобы иметь эти принципы. Тогда ты имеешь веру, что будет на принципе, как Бог смотрит на сексуальность человека. Одну главу мы только будем немножечко рассматривать. Но это очень важное. Когда мы говорим за сексуальные аспекты, что это есть святость, тогда я имею уже основание библейское. Тогда я смотрю через глаза Бога, как Бог думает, Его условия, и тогда я смогу себе формулировать этические принципы, чтобы сказать, гомосексуальность – это неправильно. Тогда я намек только даю здесь. Я могу сказать, Бог сотворил человечество. Но когда Он сотворил человечество, Он сделал, чтобы был мужской пол и женский пол. То значит, это план Божий. В Бытие, в 2 главе, это его план. То значит, тут он дает нам картину, его план для человечества. И он сказал, что в его плане мужчина и женщина женятся. И как Бытие 2.24 говорит, и будут одна плоть. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Это уже дает мне корень, почему гомосексуальность неправильная. Мы не говорим про много других мест в Писании, что мы просто говорим, а вот это как Бог думал, это как Бог план составил, это было его условие. И он сказал, мужчина и женщина, они будут один, одно. Что значит, это где начинается. Теперь, он Адаму научил немножко. То значит, он сказал, Адам, знаешь что, ты напиши маленький реферат для меня, исследуй все животных. То значит, он энциклопедия приготовил реферат, когда смотрел. И он пришел к заключению, что все пары. То значит, он мог уже прийти к заключению, что норма это, чтобы были двое. Но это есть мужской и женский пол. То значит, это в его энциклопедии. Он пятерку на этот реферат получил. Но одно он заметил, что он сам скучался.
он сам чувствовал изолированный, кроме когда он с Богом находился. Есть дефицит в его жизни. Братья, не хочу осознавать это, но вы все имеете дефицит, пока вы не женились, знаете. Вы женились, тогда вы уже совершенно сделались через дополнительный подарок от Бога. То значит, мы нуждаемся в этом. Мы женам это не будем говорить все время, но у нас дефицит есть. То значит, Ева была подарок для человека, для Адама. То значит, она теперь будет служение нести как равный, духовный с ним. То значит, он когда свою энциклопедию написал, этот реферат, он не говорил, а вот мужской пол, первое место, женский пол, второе место. И он так служил его энциклопедии. Но парочки, везде парень. То значит, это норма. То значит, это корень для его понятия. Попрошу, чтобы прочитать. Бытие 1, 26 и 27, пожалуйста. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Бога сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Знакомое место. Но тут я подчеркиваю. Она теперь дар от Бога и будет служить как равные духовные в его жизни. Другое, она будет дополнение для Адама. Другое это отношение дает база для сексуальности. То значит, мужчины и женщины теперь вместе имеют долг перед Богом. Они имеют долг, чтобы быть домостроителями, чтобы они господствовали на это, что Бог сотворил. То значит, теперь нужно семью иметь, нужно детей иметь. То значит, когда это все исследуешь, мы тут быстренько проходим, потому что знакомы с этим. Но мужчина с мужчиной не может иметь детей. Женщина с женщиной не может. И они не равны в духовном смысле, как Бог здесь показывает, а другое, они не дополнение один другому тоже. То только на это смотреть, мы видим, что Бог уже тут план сделал. Но культура в настоящее время говорит, слушай, можно усыновить ребенка. Моя сестра, она учительница, и недавно ее вызвали, потому что она одну лекцию неправильно читала. И она говорила, что норма Господа – это муж и жена, и детей. Но в ее классе она не знала, там были, кто имели папу и папу, или мама и мама, кто его знает, но были дети и жаловались, потому что у них учительница сказала, не норма, а для них это норма теперь. То значит, ее вызвали, и лекции прочитали, что она не имеет права говорить, что норма – это есть муж и жена, потому что у ее класса есть такие. А теперь она уже пошла на пенсию, то она уже не заботится с этим. Она, сколько проблем было, потому что сколько детей, когда приходило в пятницу, между собой спрашивают, ты в какого мамы или в какого папа будешь, а тут теперь разводы и все другое. Целый хаос. Это норма теперь. Это культура. Но это уже разрушило план Божий. Разрушило эти условия, что Бог сделал для человека, когда мы говорим здесь этически эти условия. То гомосексуальность теперь мы строим, что Бог сделал норму. Муж, жена. Сексуальность, единство, дополнительность, умножаться, детей иметь, господствовать, это все муж и жена. То значит, это норма. То значит, тут теперь Бог дает человечеству ответственность им. То значит, они теперь имеют перед Богом эту ответственность, потому что Бог господствует над всю природу, Он ее не оставил, Он еще господствует, но Он вручил ответственность, ответственность это муж и жена, чтобы теперь они смотрели и господствовали из-за этого, что окружает это в контексте 1 главе 26-27 стих. И теперь еще намеки. Мы детально это все не исследуем. Но когда Иисус или апостол Павел говорят про брак
или сексуальность человеческую, они все время цитируют бытие. То значит, они цитируют это, что тут произошло в бытие. По-другому, если смотреть, что Иисус Христос говорит, это будет в Матфея 19 главе, один пример. Когда апостол Павел говорит об этом, он цитирует, как в первом послании к Коринфянам 7 главе. То по-другому сказать, тут Ветхий Завет говорит, Новый Завет Иисус и апостол Павел, когда они хотят сказать про человеческие условия, и это, что Бог сотворил насчет человеческой сексуальности, тогда это муж и жена. Идеальную тогда для человеческой сексуальности в их отношении муж и жена. Гомосексуальность нету, не существует. Тогда, когда я имею принцип, как решать, что это можно или не можно, это решено на принцип, что Бог сотворил мужчина и женщина. И это, где я имею откровение от Писания. Я теперь понимаю, как Бог думает. Я вижу, как Он составил. Я вижу Его сотворение. Это как мы строим. Но это легче. Когда занимаемся с клетками и так дальше, биологически там гораздо сложнее уже делается. Когда смотрим на культуру, их условия жизни сложнее делается. Но это как строятся эти принципы. Тогда я в 7 главе, как будем проходить, тогда немножко еще коснусь с этим. Ну, каждый день мы принимаем решения, и это есть этические решения. Но видите, много верующих еще не пришли к этот пункт, где они думают, почему я верю, что я верю. Ну, сказали, то хорошо. Не сказали, то да, хорошо. Но никогда не думают, почему я верю, что я верю. И еще одна слабость бывает, где что-то сказано из кафедры, это, что я верю. Не потому, что я читал, что Слово Божие говорит, но потому, что из кафедры сказали. А если из этой кафедры все время есть гости, тогда кто его знает, кто этот гость был, и что он сказал, и какой комментарий он там прочитал. Но это их авторитет делается. Но в их беседы, свидетельство, они не знают, почему они верят, что они верят. Но лично в своей жизни нужно принимать этические решения, они не знают, как принимать их, потому что они не знают, почему они верят, что они верят. И мы когда будем смотреть в эти разные заголовки, главы эти, по эти темы, тогда мы будем строить и тогда в принципе приобретать для себя. То значит, верующий тогда должен иметь эти ресурсы, как убеждение и корни у своей жизни, чтобы он правильные определения может делать этически и иметь стандарт для себя. И видите, эта книга вам не даст. Эта сессия вам это не даст. Это может толчок вам дать, но каждый из нас лично должен строить это. То значит, я должен правильно поступать, потому что я имею ответственность и обязанность перед Богом. Тогда я каждый день должен принимать решение, я должен знать, что я верю и почему я это решение принимаю. Я должен знать, какие имею ответственность и обязанность перед Богом. Тогда я должен знать, что Бог требует от меня. Но если я знаю, что Он требует от меня, я тогда буду принимать эти решения по воле Его. Так само я буду поступать с своими братьями и сестрами, и так само с неверующими, как Бог хочет, я поступал с ними. Он говорит, я должен их любить. Я теперь знаю в этическом смысле, как я должен поступать. Оскорблять, сплетничать. Некоторые улыбались, но это значит, я принципы должен иметь, я должен иметь. И эти принципы тогда делают фундамент моей духовной жизни. Тогда я, знаете, этические подходы буду иметь и смогу защищать их, потому что оно будет на основании Библии. То есть, если суммировать, что мы сказали до сих пор, я должен знать разницу между моральностью и этикой. Я должен знать, какие результаты бывают, если я использую этику библейскую и когда я использую моральность, как культура и мир понимает. Я должен знать, какое откровение Бог дает каждому из нас, чтобы строить этот фундамент, чтобы потом иметь взгляд Божий, чтобы иметь абсолют, как истина в моих решениях. А потом я должен себе уже минимально уже начинать
рассматривает, почему я должен этот предмет еще немножко больше исследовать. Я теперь хочу еще немножечко дополнительное дать. Это бесплатно, хорошо? Это на экзамен не будет. И только чтобы не хрипели, если не интересует. Но это просто дополнительно немножко, чтобы сказать, что мы уже сказали. Потому что под закон Божий мы сможем видеть мир, как Бог видит его, и тогда понимать присутствие Божие у все, что происходит. Значит, я имею ответственность перед Богом тогда изучать Слово Божие и понимать, как жить под благодатью Его. Интересно, когда бываю в Израиле, один вопрос, что поднимается много раз, можно оставить Ветхий Завет, нам уже не нужно Ветхий Завет. Потому что теперь они поняли, потому что многие из них обратились к Господу в Израиле. Теперь Новый Завет, теперь хочет жить в Новом Завете, это Ветхий Завет нам уже не нужно. Тогда неправильно понимаем, потому что в любое условие, где бы ни находились бы, мы можем найти из Ветхого Завета хорошие примеры от событий жизни, чтобы потом доктринально дать еще глубже объяснение от Нового Завета. То значит, этика строится на это, что находится в Ветхом Завете. Я должен его понимать. Поэтому родители должны использовать Ветхий Завет, воскресные школы должны использовать Ветхий Завет, чтобы дать объяснение, авторитет Божий, этика Божия, мораль Божия, взгляд Божий и так далее. Потому что это, что поймем, но это все как прообраз, пока мы будем в Иисусе Христе. Но когда будем в Иисусе Христе, мы теперь находимся под Иисусом Христом, но мы еще нуждаемся в этом, что там уже говорится в Ветхом Завете. Мы никогда не оставляем Ветхий Завет. То значит, Бог все время имеет закон. Закон существовал до Моисея. Он Моисею дал закон для еврейского народа. Но закон уже существовал у человека. Он был переданный устно, но он уже существовал. И Писание говорит, что уже закон был написан в их сердце. Чем он был в письменной форме под Моисея или до Моисея, оно уже было написано в их сердце. То значит, человечество уже знало, что убийство не можно. Неправда говорить не можно. Но еще не был закон Моисея, но уже были много таких принципов, что уже существовали. Теперь я нахожусь в Иисусе Христе под благодатью, я теперь под закон Христова, но закон Христовый, оно на основании закона Моисея. Только что Иисус Христос исполнил закон, я нахожусь в Иисусе Христе, я умер и воскрес с Ним, теперь я имею этот закон, что теперь действует во мне. Но это, что вижу в Ветхом Завете, я еще там много приобретаю, мы еще немножечко коснемся к этому тоже. Тогда есть норма, то снова... Я хочу дополнительно, бесплатно вам дать еще некоторые пункты, почему изучать этику. Это не будет на экзамен, но я надеюсь, что это еще немножко поможет вам, чтобы строить над этим. Первое, я хочу сказать, что мы слуги Иисуса Христа, имеем Его заповеди, и имеем долг перед Богом, чтобы их исполнять. Мы говорим в условии Нового Завета. Попрошу прочитать Иоанна 14:21 теперь, пожалуйста. Кто имеет там? Пожалуйста. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. То я под благодатью, но я теперь тоже имею закон, закон Божий. То значит, в Римлянам 8 главе он подчеркивает, что это есть закон Христа. То значит, Иисус Христос тут уже нам говорит, если любишь меня, тогда ты будешь соблюдать эти законы, что ты хочешь, это слово, что тебе нравится, это, что тебе заставили на память изучать. Нет, все, все. То значит, вся Библия, она вся для нас. Но я теперь, если люблю его, должен это сделать. Запишите эти стихи, следующие, и это просто, чтобы сравнить с Иоанном 14:21. Я их не записывал, но чтобы их тоже подчеркивали. Это еще в 14 главе, 21, 23 стих.
Потом 15.10, оно говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То значит 15 глава, 10 стих. Потом 1 Иоанна, 2 глава, 3 до 5 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 3 до 5 стих. Потом 3 глава, 21 до 24. И 5 глава, 3 стих. То это сравнить с эти двух стихов, что прочитали, говорит, что я теперь должен соблюдать эти законы. Законы, что он мне дает. Теперь Иоанна 13.34, по-другому там написано, пожалуйста, прочитайте. Иоанна 13.34. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. А вот, в любую баптистскую церковь войти, это что замечаем, как они любят один другого. Как Христос нас любил, так и мы любим. Ну, с улыбкой говорю, но это как и должно быть. Так должно быть. Это знамение церкви. Значит, если вы хотите иметь какое-то доказательство, что вы принадлежите к Иисусу Христу и вы отличаетесь от мира, это все должно отличать вас, что вы любите один другого. Но, может, это недостаточно. Иоанна 13.35, может быть, еще, пожалуйста. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Теперь, видите, оно говорит здесь, как мы можем быть спасены? Через дела, послушание, заповеди исполнять? Нет. Но если ты спасенный, это все должно быть. Если нету, тогда мы должны спросить, чья это баптистская церковь спасенная или нет. Потому что если спасенные, это как они отличаются от мира. Из мира придет, смотрит, о, да, тут что такое особенное. У нас такого нет. Это где проблема? Но когда мы говорим принять этические условия, любое решение, это где мы имеем проблемы, потому что мы это не верим. Но кто не понимает любить один другого? Какая глубина тут есть в богословском условии, что ребенок не поймет, что нужно любить один другого? Но видите, когда мы это не верим в практике, когда потом Бог говорит нам, тут сложная позиция, нужно верить и уповать на Бога, да, ну, может, неудачно будет, а может, нет, нужно верить, что Слово Божие говорит. Теперь, если я возьму химиотерапию, я смогу жить, а ребенок умрет. А возьму терапию, ребенок умрет, а может я тоже умру? Нет гарантии. То теперь я должен учиться от Бога. В принципе, как любить один другого, это мелочь сравнить с решением этическим, что в будущем еще придется принимать. Теперь, я говорю, я ученик Иисуса Христа. Это легко говорить. Если я рукоположен, тогда я могу сказать, а вот, возлагали руки, я рукоположен, я ученик Иисуса Христа. Не возлагали руки, тогда еще может быть сомнение, то может да, может нет. Пришло водное крещение, а, да, наверное, он тогда есть ученик Иисуса Христа. Но слушай, есть много приходит водное крещение, и они не знают Иисуса Христа лично Спасителя. Эвисты делают это тоже, мормоны это делают тоже. И мормоны аж делают это за этих, кто умерли. То значит, они еще добавляют к этому крещению. Это Титу 3.8, пожалуйста. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеку. Это говорит тоже про этика. То значит, я принимаю правильные решения, но на основании Писания. То значит, тут есть какие-то трудные решения, но я теперь имею свидетельство, что это я не просто делал, потому что я имею страх, или я имею эмоции, или я имею интеллект, или я имею медицинское образование. Нет. Потому что мне Слово Божие учит, что я должен заниматься добрыми делами. И это хорошо и полезно человеком. То значит, это этические решения вкладываются в этом здесь тоже. Теперь
напишите следующие стихи, их не будем читать, но потом параллельно исследуйте, потому что есть целая куча стихов, и они все говорят про добрые дела, и это есть этические решения, но это доказательство, что я ученик Иисуса Христа. То этика действует у верующего. Пожалуйста, эти стихи тогда. Матвея 5:16. Я буду давать возможность писать. Матвея 5:16. Ефесянам 2:10. Первое послание Тимофея 2:10. 1 Тимофея 5:10. И 1 Тимофея 6:18. Теперь второе послание Тимофея 3:17. Титу 2:7 и 14. Титу 2:7 и 14. Титу 3:14. Послание к евреям 10:24. Потом первое послание Петра 2:12. 1 Петра 2:12. И это говорит про добрые дела. Теперь, если я буду заниматься добрыми делами, я должен знать, что есть добрые дела. Писание учит. Поэтому эти стихи параллельные, чтобы исследовать. Это значит, Слово Божие мне будет учить. Но оно тоже мне будет учить, какие дела плохие. Этика необходимая тогда для меня, чтобы тогда правильные решения принимать, чтобы заниматься добрыми делами. Кажется, мы все знаем. Нет, еще нужно учиться. Потому что каждый из нас имеет выбор. Слушай, в субботу там будут работать у церкви. Мне попросили быть. Но в субботу будет чемпион футбол. Это доброе дело. Я буду кричать вовсю за свою команду. Я за билет заплачу. Добрые дела. Я и соседа приглашу тоже. Но поняли. Мы можем выбирать, что мы думаем добрые дела. Но есть приоритеты тоже. Это значит, на основании Библии с чистым совестью Бог будет управлять. И каждый день есть выборы. Мы не можем все делать, что мы хочем. Это значит, мне самый великий враг – это календарь. И когда я составляю календарь, и когда нужно что-то записывать, знаете, 2-3 года вперед, мне аж мороз берет. Думаю, что еще будет через 2-3 года? И каждый раз оно так случается. Может, 2-3 месяца раньше кто-то хочет менять календарь. И стараемся как можно. Когда меняешь календарь, оно теснее делается. У меня октябрь, ноябрь, декабрь такой тесный сделался. И я себе думаю, ну зачем ты себе это сделал? Ну, добрые дела. Вы знаете, один поменял календарь, другой поменял календарь, и как-то всунули в эту колбасу это все, знаете. А теперь так мало времени. И самое драгоценное для меня это время, и не все время можно успевать. Тогда нужно принимать решение, когда нужно говорить «нет» и все. Сколько не нажимают, нужно знать, что это не доброе дело, потому что что-то другое пострадает. То значит, нужно понимать, как правильное решение принимать, что есть доброе дело. Но, слушайте, вы не имеете права мне говорить, я не имею права вам говорить все эти дела. То вы не имеете права мой календарь смотреть, и я не имею права на ваш календарь. Но когда я запишу, это Бенамин знает это, если с карандашом запишу, еще можно. Но если с чернилом уже записал, нет, это уже будет стоять. Иногда трудно, знаете, это календарь. Но все эти дела, что записаны, это все добрые дела. И это где нужна помощь от Господа, когда нужно сказать «нет». Вы знаете, мои последние года, сколько раз нужно сказать, что в воскресенье не буду проповедовать. Никак, дифтерента не будет проповедовать. Не буду. Потому что в командировке есть другие условия, где отбирают силы, года и так дальше. Это значит, вы можете осуждать, но я перед Богом принимаю добрые дела. Это значит, нужно хорошо выспаться, чтобы держать и тянуть каждый день в сессии.
значит, нужно другими. И каждый из вас, слушайте, некоторые из вас переутомленные. Это нормально для служителя на небе Божьем. Но переутомленные. И потом не найти эти моменты, где можно физически отдохнуть правильно, физически быть на своем месте как нужно. Мы не ведем духовную работу как нужно. Нами не занимаемся добрые дела. Мы мучимся, и другие мучатся от нас. Но тут это тоже это этические решения. То значит, нужно принимать. Иногда, знаете, лучше ничего не сделать и хорошо выспаться. И мы не говорим ленивы быть. Потому что иногда, знаете, уже силы нету физические. А иногда нужно смотреть на свою супругу и сказать, слушай, тебе нужно немножко отдохнуть. И тут нужна помощь тоже. А когда она хорошо отдохнется и усилит, она лучшая жена для тебя тоже, и для детей и так далее. То это добрые дела. Добрые дела, а другой послание, но это не духовное, но оно очень духовное. Все решения в нашей жизни, как следуем за Христом, занимаемся с добрыми делами, они на свое место. То значит, если я ленивый, это уже другое. Но мы говорим, когда мы идем за Господом как нужно, мы все не можем делать. И я теперь пришел к этот пункт, я уже все книги не могу читать, что хочу читать. Знаете, я имею полки, где новые свежие книги ставлю. И теперь уже приходится так, что эти книги некоторые ведь но уже не буду читать. И я недавно был этот Кен Хам, его музеем там Индиана, знаете, где он составил и уже переводим на русском языке, и его аудио тоже насчет первой 11 главы Бытия. Я туда вошел, где они книги продают, ученые, библейские, хорошие толкователи, богослов и так дальше. Я посмотрел на это все, уже не будет время читать. И знаете, я прошел там, я себе дал такое, смотреть книги, что я могу для внуков найти. Потому что они в светских школах учатся, им нужно доказательство, почему Библия все говорит, да, что Бог сотворил, да, каждый день 24 часа, да, и так дальше. Но я хотел бы читать там много таких интересных книг. Но это не моя специальность. Я не имею специальности первой 11 главы Бытия. Ой, так хотел бы, потому что теперь здравая такая литература, хорошая, и такие хорошие богослов, делающие, ученые, и Бог им дает откровение. Нету времени, нету времени. Тогда я должен знать, что я еще буду делать и что я уже не буду делать. Потому что невозможно все делать. Желание есть. То мой первый долг, это где я преподаю, что мне назначает, это выполнить. Но выполнить тогда приходится все время свежую, кроме этого, что уже конспектирую. И так само с вами. Значит, вы знаете, какой долг вы имеете перед вашей семьей, так само перед Богом. То значит, моя семья тоже находится в нужде. Но слава Богу, что понимает служение. Но есть моменты, где я должен делать стоп. То значит, есть времена, где я одолжаю только для своих. То значит, раз в год летом отпуск с детьми, внуками. Рождество, Новый год. Вы знаете, сколько приглашений есть? И так трудно сказать «нет». Я должен говорить «нет». А теперь одна из внучков говорит, моей дочери, она говорит, «Дедушка, в его программе где-то он может вложить, чтобы меня крестить?» Дочь звонит и говорит, «Да, в любое время я все, стоп, я лечу». Если это ее желание понимает. Но она еще решает, ну да, я где-то буду должен сказать, что-то не буду выполнять, но это выполню, это для своих, потому что имею влияние, как дедушка, на внуков тоже. И каждый из вас. Теперь это этические решения, добрые дела. И они нелегко, но кажется, это мелочь. Это не мелочь. Это касается наши отношения, как мы любим один друга, добрые дела, эти условия, что Бог дал нам. Это духовное. Ну хорошо, перерыв, еще имею несколько пунктов бесплатно. Хорошо? После перерыва. Никто не хочет уходить? Окончание уже занятия. Окончание на сегодня.
О, это уже все? Я еще готовлю. Ну, хорошо. Туда до пяти, да? Так а что, давайте посидим еще.